Спасибо большое. Дорогие друзья, коллеги, мы рады вас приветствовать на этой прекрасной площадке Плутон Проджект. Спасибо вам большое, команда Плутон Проджект, и хочется поблагодарить не только их, а и команду Арх Москва и канал Artplay Today за деятельную поддержку в организации нашего сегодняшнего мероприятия. Нам очень симпатично это пространство. Мы надеемся, что и в будущем мы здесь будем участвовать в программах различных и, в общем, как-то украсим этот пейзаж. Сегодня тема нашей дискуссии – градостроительство, знак неравенства, урбанистика, антагонизм или сосуществование. Несколько слов, предваряющих нашу сегодняшнюю дискуссию. Термин «градостроительство» в нашем контексте имеет советскую природу и трансформирует идеи модернизма с поправкой на цели и задачи социалистического общества. Лежит в ряду таких понятий, как народохозяйственное планирование, размещение производительных сил и тому подобное. Отражает логику авторитарного управления. Советское градостроительство работало на основаниях, исходивших от размещения производительных сил, градообразующих предприятий, их мощностей и потребностей в населении. Но после 1991 года на смену этому пришел совершенно противоположный тренд. Тренд рыночного девелопмента, который в настоящее время регулируется градостроительным кодексом. На каких основаниях строится современное российское градостроительство? Стоит ли отказаться от этого термина? На протяжении многих лет звучит призыв об этом. Например, вот могу привести один из аргументов, который не так давно был в выступлении Дениса Леонтьева, генерального директора консалтингового бюро «Стрелка». Цитирую. «Нет стройки городов, есть настройка городов. Строить города не нужно, они у нас все уже построены. Нам нужно придумать, что с ними делать и как привести их в соответствие с требованиями жителей». Насколько правилен этот взгляд сегодня? Вячеслав Леонидович Глазачев, стремясь преодолеть несбалансированность и противоречивость терминов в изменившихся после 1991 года обстоятельствах нашей жизни, смены общественно-политической формации и, соответственно, деятельности по градоустройству, ввел в нашу практику новые термины – пространственное развитие и урбанистика. Александр Аркадьевич Высоковский вслед за Глазачевым, продолжая и институализируя эти наработки, создавая новую профессию «урбанист», дал трактовку термина «урбанистика» как «управление пространственным развитием». После ухода Высоковского в контексте произошедших событий и изменений в столице и некоторых городах России широкая общественность стала ассоциировать урбанистику с благоустройством публичных пространств, настройкой работы общественного транспорта, устройством велодорожек, цифровизацией системы партиципаторного планирования, ориентированностью на креативную молодежь, джентрификацией, бьютификацией. То есть ушло рассмотрение городских проблем на различных масштабных уровнях и горизонтах планирования. При этом мы пользуемся до сих пор нормативной базой, доставшейся нам в наследие от советской эпохи, которая, в общем, не отвечает требованиям сегодняшней реальности. В этом и прошлом году мы провели, так сказать, нашим небольшим кружком серию круглых столов и семинаров по тематике пространственного развития и системы расселения Российской Федерации в увязке с действующей или прогнозной экономической и социальной моделью. В результате вышли на необходимость обсуждения с ключевыми спикерами, которые сегодня здесь присутствуют и представляют круг позиций и мнений профессионального сообщества. Вот той темы, о которой я сказал в самом начале: градостроительство, урбанистика, антагонизм или сосуществование. И, так сказать, мы, организаторы, надеемся, что мы собрались сегодня не просто обменяться мнениями и условно выяснить отношения между градостроителями и урбанистами, а а попытаться найти области соприкосновения, распространения, объединения знаний и опыта между различными подходами и школами, установление междисциплинарных связей, создание новой концепции профессиональной проектной деятельности, базирующейся на трезвом понимании настоящего и, конечно, устремленной в будущее. Значит, основные вопросы дискуссии я буквально два сейчас назову, после этого представлю уважаемых спикеров и наших приглашенных экспертов. Насколько современное российское градостроительство или градоустройство, в более таком традиционном понимании Глазачева, да, и урбанистика охватывает собой цели и задачи пространственного развития. Место градостроительства и урбанистики в общей системе законодательства и профессиональной деятельности. Позвольте представить уважаемых спикеров. Максим Вениаминович Перов, научный руководитель Института территориального планирования «Урбаника», действительный государственный советник третьего класса, профессор МААМ, Международной академии архитектуры. Алексей Викторович Новиков, ученый и предприниматель, основатель и президент компании «Хабидатум», кандидат технических наук, географических, простите. Михаил Яковлевич Блинкин, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, кандидат технических наук, профессор, член Градостроительного совета фонда Сколково. До 13-го года. Это из Википедии какие-то странные сведения. Ну ладно, не обидно. Вычеркиваем. Спасибо большое. Алексей Михайлович Муратов. Я плохо вижу. Так, да. Партнер консалтингового бюро «Стрелка». Александр Андреевич Скокан, директор архитектурного бюро «Остоженка», член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Григорий Исакович Ревзин, партнер КБ «Стрелка», историк, искусствовед, архитектурный критик, журналист. Собственно, вот. Эксперты. Андрей Леонидович Гнездилов, первый заместитель директора архитектурного бюро «Остоженка», советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Андрей, Дмитрий Мартяхин, вот как раз рядом находится Андрей Леонидовичем, директор МАДИ «Проект». Александр Шарыгин, экономист из научно-исследовательского центра «Неэкономика». И Олег Вадимович Григорьев, собственно, научный руководитель того самого центра «Неэкономика». Ну, в общем, кто у нас еще сегодня? У нас сегодня Шварцман Игорь Зинович, генеральный директор Киселев и партнеры. Да, Николай Лызлов, директор собственного архитектурного бюро. Мне кажется, я видел Никиту Токарева, если это Никита. Никита, можно попросить присесть в первый ряд? Директор школы «Марш». Максим Вениаминович, не будем затягивать, перейдем к делу, не правда ли? Максим Вениаминович взял на себя труд подготовить некий свой профессиональный взгляд на проблематику. И, на мой взгляд, это будет правильно начать с такого цельного высказывания. Дальше мы перейдем уже, собственно, к дискуссии. Такой затравочный доклад сделать. Я постарался сделать его смягченно. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов клуб «Плутон» и всех, кто способствовал проведению этого мероприятия. И отдельно Григорий Мустафин, «Урбаника», за, собственно, подготовку этой презентации. Что такое градостроительство? Берем наиболее известные определения, общепринятые в нашем правовом поле. Это теория и практика планировки и застройки поселений и инфраструктур. Планировки и застройки. Очень важный тезис, который лежит в основе нашей теории, когда мы обсуждали систему расселения, это и система расселения, и города всегда были и есть производными от экономической модели. Это можно делать большой экскурс в мировую историю, начиная от Древнего Египта, Месопотамии, кончая сегодняшней там, Европой и Америкой, всегда и везде система расселения и города производные от экономической модели. Обратного не бывает. Поэтому со сменой модели города либо умирали, либо стагнировали, либо наоборот бурно развивались. Их структура, их текстура сделаны под экономическую модель. За редчайшими исключениями, когда там города носят сакральные функции. Вот эти исключения, это, например, город Санкт-Петербург, который был сделан как бы в опережении действующей модели, потому что Петр пошел по пути модели догоняющего развития. И, так сказать, как бы с упреждением сделал такой город. Поселения всегда, в общем, создавались по плану. От гипподамовой решетки до генплана Москвы это всегда некая модель будущего поселения. Модель функционирования этого поселения. Это очень важный элемент. Собственно, модели поселений – это система, которая обеспечивает нужды членов общества, необходимую экономическую деятельность в рамках этой экономической модели. Это происходит в условиях действующего технологического уклада и действующей экономической модели. Очень важный маленький экскурс в историю. Наши города генетически отличны от, например, европейских. Они более носили всегда характер административных функций, и связано это было прежде всего с тем, что, собственно, товарное производство в российской экономике и в российских городах в частности почти отсутствовало до XIX века. Известная картина «Московский дворик», очень характерный элемент. Да? Здесь вы мало найдете что-то от города. Екатерина II приказала Академии наук провести опрос бургомистров городов российских. В частности, был вопрос, в чем обыкновенно упражняются обыватели? 90% ответов. Обыватели обыкновенно упражняются черной огородной работой. То есть это, собственно говоря, были в большей степени большие деревни, нежели европейские города с цехами ремесленников и так далее, с сервисными функциями или функциями товаропроизводителей, за небольшими исключениями. Соответственно, и развитие городов, ну, как бы скажем, ну, например, сравнивая с Европой, да, в Москве началось всего лишь с 1899 года, когда исчезли выгоны и скотопрогоны. До этого Москва была и оставалась большой деревней, и даже пожар 12 года, который дал прекрасную возможность перестройки тотальной Москвы, эта возможность не была использована в силу опасения имущественных споров за земельные участки. Советское наследие. Красный проект, ну, условно так можно говорить, да, он предполагал очень планомерное, четкое, пространственное развитие страны в интересах конкретной экономической модели, а именно догоняющей индустриализации, второй промышленной революции с четким акцентом на милитаризацию. Соответственно, и города проектировались как размещение производительных сил, к ним придавались трудовые ресурсы, не население. Соответственно, и города получились спроектированными по принципу производственно-слободского расселения. В общем, это большие промышленные слободы. Что произошло после окончания Красного проекта? Да, возникла необходимость структурной перестройки. Проблемы транспорта, при Михаиле Яковлевиче я не имею права просто подробно говорить об этих проблемах. Скажу только, что площадь улично-дорожной сети проектировалась из расчета 1 автомобиль на 10 человек. Сегодня автомобилизация несколько иная. Деградация производства, износ жилого фонда, износ инженерных инфраструктур и микрорайонная планировка, которая, кстати говоря, кроме того, что она имеет очень неэффективные пространства, порождает пустыри. В моем личном понимании она еще была сделана для того, чтобы не возникали комьюнити по территориальному признаку, потому что устойчивые комьюнити возникают, когда есть некая территориальная единица, не более 100-120 домохозяйств. когда 300-500 домохозяйств, этих комьюнити не возникает. Слишком много соседей люди в 60-секционном 16-этажном доме не знают. В этом смысле микрорайоны не порождают городское сообщество. Соответственно, структурная перестройка требует создания некой сбалансированной модели развития. Сегодня это инструмент генеральный план, к нему, очевидно, совершенно добавляется стратегия социально-экономического развития. И, как показала наша практика последних лет, концепция пространственного развития, которая, собственно, является элементом перевода стратегии социально-экономического развития на язык территориального планирования. Эта стадия оказалась неожиданно востребованной. Мы за последние 4 года сделали 8 концепций пространственного развития городов. И если перейти на сравнение, да, города с организмом, и понимая, что структурная перестройка – это, собственно говоря, требование возникло от того, что организм не очень здоров, то, наверное, лечение нужно проводить либо терапией, либо хирургией, но, очевидно, не косметологией. Потому что прежде чем украшать лицо, надо немножко подкачать фигуру. И, соответственно, вот это вот советское наследие обуславливает необходимость этой структурной перестройки. В этом смысле то, что Кирилл цитировал, что строить уже не надо города, я категорически не согласен, но мы их вынуждены перестраивать сегодня под существующую или под целевую экономическую модель. Какая она, об этом нам скажут профессиональные экономисты, которые имеют аргументированную точку зрения на это. Соответственно, как это делается? Реализация. Через аппарат градостроительства, который имеет соответствующую законодательную нормативную базу. Мы сейчас не будем обсуждать ее качество. У меня к ним масса, так сказать, претензий, в том числе и концептуального характера. Тем не менее, в практике это именно единственная нормативно-правовая база. И, соответственно, это входит в систему государственного муниципального управления, и, собственно говоря, 99 объектов капстроительства строятся, реализуются в рамках именно этой системы. Урбанистика сегодня, не как она декларировалась, допустим, Высоковским или Глазачевым, а как она на практике слышна или видна сегодня, может быть, это моя личностная точка зрения. Все-таки это прежде всего работа в нише человеческого масштаба. Это очень важная работа, которая не велась вообще в Советском Союзе, которая оказалась, естественно, востребованной сегодня, это нормально, понятно. Но это, очевидно, не взгляд, не развитие города в целом. Это достаточно точечные вещи. Они могут быть в системе. Да? При этом урбанистика никак не входит сегодня в систему управления, ни государственного, ни муниципального. Когда урбанистика, или так люди, которые называли себя урбанистами, так скажем, да, пытались ввести новые драйверы роста, но это оказались не самые удачные вещи. Известно, так сказать, креативные кластеры Флориды, которые пытались 15 лет реализовать, и Флорида через 15 лет написал, что вообще, ребята, это я был неправ, это ни к чему не ведет. Да, попытки этими методами, этим аппаратом отнестись к целому городу на примере мастер-плана Перми, в общем, тоже показал, что это не вполне удачно. Вот эти точные действия, когда они в пределах ограды парка Горького, прекрасно, но когда они вышли на магистральную улицу и начали нарушать функционирование города как цельной, сложной, многоуровневой системы, на мой взгляд, это большая-большая проблема. Опять-таки, Михаил Яковлевич здесь может сказать, наверное, более подробно. В чем причина? Мне кажется, что здесь первопричина такая глубокая, философская, в разности онтологии, то есть методов понимания мира. Если, условно скажем, традиционные градостроители, я не говорю слово «советские», я просто говорю «градостроители», «urban planners», они исходят из расчетного или модельного видения мира, они воспринимают мир как модель графическую, текстовую, неважно, то урбанисты, как и архитекторы, кстати говоря, многие, воспринимают мир как образ визуально. А у этих онтологий разные языки и разные приоритеты, разное понимание. Здесь очень важно, конечно, переводы взаимные. Это довольно сложно. Если вы работали, кто-то из присутствующих работал, допустим, инженер работал с архитекторами, договариваться всегда довольно сложно, но, в общем-то, можно. Поэтому я думаю, что и в нашем случае на более, в ином, так сказать, масштабе не личностном, надличностном, можно, наверное, как-то договариваться. Я напомню классическую триаду Витрувия, Фермитас, Утилитас, Инустас. Это качество архитектуры. И очень важно понять последовательность. Да? На первом месте стоит прочность. Это абсолютно первое. На втором – польза. И только на третьем – красота или эстетика. Да? В этом смысле последовательность приоритетов, ну, она не менялась последние 2000 лет. Я не думаю, что есть серьезные основания их менять. Я думаю, что, исходя из вот той краткого экскурса в историю нашего градостроительства, понятно, что мы находимся в иной ситуации, чем развитые страны Европы, Америки. Генезис наших городов и, собственно говоря, необходимость вот этой структурной перестройки, преодоления этого вот советского наследия, она отличается от тех задач, которые стоят перед развитием, ну, допустим, тех же европейских городов. У них в большей степени терминология Глазачева идет усвоение пространства, а мы должны по новой пройти предыдущий этап, этап освоения пространства. И в этом смысле те способы, те методы, которые применяются к усвоению пространства в городах разных стран, не всегда к нам впрямую применимы, и, может быть, они не столь важны нам до решения вот этих вот структурных перестроечных задач. Ну и, конечно, у меня возникает большой вопрос, почему, когда проектируется стандартный рядовой детский сад, типовой, проходит процедура публичных слушаний, а когда делают столь масштабные работы по благоустройству магистральной улицы, а Москва радиально-кольцевой город, и кольцо отменить нельзя, это магистральная улица. Да, в общем, никакой дискуссии публичной, ну, кроме там интернет-голосования, не происходит. Я не думаю, что это столь масштабные перемены, влияющие на жизнь целого города, правильно реализовывать без такого хорошего, нормального, профессионального обсуждения. Я думаю, что правильная обстановка вопроса о том, что необходимо вписать урбанистику в нормативно-правовую базу. Она должна занять в ней свое место. И при этом я считаю, что все-таки первичные базисные функции города как экосистемы, возвращаясь к Витрувию, да, прочность и польза, все-таки являются главным. И, естественно, возвращаясь к первому тезису, о том, что это все-таки производная от существующей или целевой экономической модели. Но не вне ее, не вне этого контекста можно проектировать города. И вопрос, который был поставлен в начале, собственно, антагонизм и существование. Можно ли существовать? Да, конечно, можно. Я думаю, что здесь нужно просто предпринять определенные усилия, найти место урбанистики в общей системе территориального планирования и жить дружно. Спасибо. Спасибо, Максим Вениаминович. У меня к вам сразу встречный вопрос. Если вы так ратуете за, так сказать, настройку нормативной базы, то как вы относитесь к действующему градостроительному кодексу в этой связи? И какие вы видите как бы способы настройки этого аппарата? Ну, градостроительный кодекс, мне кажется, выполнил свою задачу, ввел рыночные отношения в градостроительство, или градостроительство в рыночные отношения, он как-то легализовал. Но, мне кажется, требуется его концептуальная переработка, потому что, например, градостроительный кодекс не содержит понятия общественных интересов. А это значит, что он по смыслу носит антиобщественный характер. Ничего другого быть не может. Градкодекс вообще есть предмет консенсуса в той же самой Европе между администрацией, бизнесом и городским сообществом. Таким же он должен быть и у нас. Спасибо большое. Коллеги, спикеры, просьба к вам говорить в микрофон близко и четко, да. И сейчас, так сказать, я слово хотел бы предоставить Алексею Викторовичу Новикову. Алексей Викторович, вот, кроме общего вопроса, который касается нашей сегодняшней дискуссии, я могу их повторить сейчас. Насколько современное российское градостроительство и урбанистика охватывают собой цели и задачи пространственного развития, место градостроительства и урбанистики в общей системе законодательства и профессиональной деятельности, как должна быть выстроена профессиональная деятельность по управлению пространственным развитием, каковы функции градостроительства и урбанистики в рамках деятельности по управлению пространственным развитием и каков ее инструментарий, и позволяет ли существующий инструментарий работать кратким, средним и длительным горизонтом планирования, а также на разных масштабных уровнях рассмотрения. Но к вам у меня еще будет личный, ну, извините, в общем, вопрос такой, как это сказать, отдельный. Алексей Викторович, в своем недавнем выступлении на Радио Свободы вы отмечали, что в России недостает крупных городов, в том числе добавили, что создание любого нового города – это крайне болезненный процесс, употребили по отношению к новым городам термин «новообразование». Каким вы видите безболезненный путь работы с системой расселения? Каков, по-вашему, баланс между градостроительством и урбанистикой? И что может являться площадкой для сборки или выработки нового профессионального языка? Спасибо большое. Ну, вот для меня урбанистика есть та самая площадка для выработки нового языка, где участниками являются и градостроители, архитекторы, экономисты, социологи и так далее. Собственно, в профессиональной постановке это таким образом для меня и существует. Почему это так? Потому что, если мы посмотрим на современные проекты, градостроительные, архитектурные и так далее, то сразу возникает масса тем, которые, собственно, градостроители решить не в состоянии. Ну, например, там архитектор делает какую-то планировку, и в нашей современной теории градостроительства совершенно нет раздела, который бы мог показать как бы экономическую стоимость этого актива. Все там заморочены квадратными метрами, сколько построили, сколько с этого можно снять, но смысл-то не в квадратных метрах, а смысл в том, что та планировка, которую создал архитектор, тот рисунок, просто рисунок, без всякого пока межевания и так далее, он создает поток или пешеходный, автомобильный и так далее, или его распыляет. А следовательно, он либо создает базу для развития малого и среднего бизнеса, который составляет основу среды городской, сферы услуг и так далее, либо не создает. Если вы в современном микрорайоне будете предусматривать первые два этажа под коммерческую какую-то функцию, то туда никто не пойдет. Там просто этот бизнес не выживет, потому что поток людей, вот этот современный такой микрорайон 80-х, 90-х годов, он не создает. Этот поток уходит на автомобилях куда-то еще, либо уезжает там на метро, у метро концентрируется, но сама вся среда там не возникает экономическая. Так что росчерк пера архитектора в данном случае экономически очень важен. И вот этой теории в принципе не существует. Да? В градостроительстве никто этому не учит. Это не значит, что градостроительство плохо. Да? Это прекрасная, ремесленная, очень важная как бы составляющая всего вот этого процесса. Это первое. Второе. Есть, например, если мы добавляем межевание, например, да, это важнейшая вещь. Межевать там по отмостке или межевать в стык. В результате межевания мы получаем, опять же, некий экономический актив, которым каким-то образом нужно управлять. Если это кондоминиум, это одна история. Если это консорциум собственников, куда входит, например, девелопер, как управляющая компания, это совершенно другая история. Там совершенно различные риски, да, в зависимости, опять же, от того, какое соотношение жилья и коммерции. Эта часть вообще толком не представлена как бы ни в науке, которая этим занимается, ни в практике, потому что практика идет по пути очень простому. Да? Там проще оконтурить по не встык, а по отмостке, ну и дальше понятно, что вся эта территория в промежутке принадлежит муниципалитету, и никто и не занимается, и так далее. То есть вся вот эта вот история, она, естественно, урбанистическая в гораздо большей степени. Правовые основы, например, вот эта последняя программа реновации, сколько по этому поводу сломано копий, и действительно отчуждение земли, отчуждение собственности важнейший, суровейший вопрос, который там в разных странах ставится по-разному, механизмы компенсации, да? Никому в голову толком не приходит, что, ну вот сейчас уже приходит, но вообще-то не приходит, что экономическая компенсация деньгами там дает возможность пространственной настройки гораздо более тонкую, чем просто выдача в натуре каких-то квартир, да? Этот вопрос нужно обсуждать, опять же, профессионально. Тут одним градостроительством не обойдешься. Это и не только юридическая, но управленческая задача, да? Затем, конечно, как адаптируется население к этим переменам. Это культурологическая задача, социологическая и так далее. И в целом у нас как бы вот, ну, образование, в частности, построено по ремесленному признаку, вот я это называю по ПТУ, по профессионально-технической урбанистике. Да? Все со страшной силой заморочены моделированием, это уже 50 лет назад все работает, сейчас же не работает. Уровень непредсказуемости городской ситуации настолько высокий, что это даже просто бессмысленно этот вопрос ставить. Это включенное моделирование, да, но его никто не разрабатывает. Да? Там все заморочены этими ГИСами, это прекрасный ремесленный инструмент, он помогает в разработке конкретных проектов. Но постановку новой задачи он нам никакой не дает. А задача совершенно понятная, потому что если 30% населения крупных городов, включая Москву, у них есть много достаточно денег и достаточный бюджет времени для того, чтобы вести себя в городе свободно, а не совершать маятниковые трудовые миграции, да? Это совершенно другая публика, и под нее другие модели нужны, совершенно другая история, потому что иначе это не работает. Опять же, там с СНИПы и так далее, терпланирование. Терпланирование прекрасно, оно не видит времени вообще. Там оно, по идее, должно запланировать город там, на 50 лет вперед. Кто этому учит? Никто этому не учит. Это, опять же, просто достаточно такая кондовая история с советского времени взятая. Там, разложили все, здесь будет у нас функция производственная, здесь у нас будет селитебная и так далее. Все это связать вместе и запустить туда идеологию временного изменения невозможно. И вот у Зигмунда Баумана прекрасно есть по этому поводу выражение, что нам не нужно планирование, нам нужна готовность. Да, это совершенно другой ракурс вообще всей модели управления. Urban planning, который вот Александр Аркадьевич, он, когда думал, Высоковский, когда думал о создании программы управления пространственным развитием городов, перед ним стоял образ вот этого вот urban planning. Но и он сейчас в кризисе. Этот urban planning уже все, ему большой привет, потому что, опять же, это совершенно другая конструкция. Сетевой город, уровень непредсказуемости гораздо более высокий. То есть все вот эти вот вызовы, они совершенно по-другому стоят. Плюс даже вот те, кто там пытается каким-то образом экономику туда подключить, да, это опять же довольно традиционное понимание экономики. Это экономика в городе, то есть там производство, промышленность и так далее, а не экономика города, то есть самого пространства. Не путайте это с пространственной экономикой, которая есть часть экономики вообще. Она сюда не ложится, она не работает. Экономисты города не чувствуют в принципе, они не очень это понимают. И есть отдельные, которые там в этом каким-то образом разбираются, но они, вот эта пространственная экономика, это про другое. А экономика пространства, она вообще как таковая не существует. И вот в Высшей школе урбанистики как раз пытается вот все это таким образом свести. А экономика территорий существует? Экономика на территории точно существует, но это не то, что нам нужно. Экономика территории или там пространство, как ни называйте, это все вот это самое, это вот для меня, например, часть. Это разные вещи, потому что территория может быть параметризирована, а пространство это все-таки нечто большее. Совершенно верно. Да? То есть там возникает куча каких-то нюансированных подходов, и их надо обсуждать. Ну вот в таком как бы. А так это, в общем, нет, я считаю, никакого противостояния урбанистики и градостроительства. Это вещи, которые друг в друга входят. И для меня просто, может быть, я в данном случае представляю какую-то особую точку зрения. Для меня, конечно, урбанистика – это в целом вся вот эта проблематика. Градостроительство – важнейший ее элемент внутри. А скажите, пожалуйста, вот то, о чем говорил Глазачев или Высоковский, когда вспоминал о том, как это называлось, скажем, до 17-го года, городское дело, ну вот эта деятельность, или там благоустройство городов. Вот, это ведь не только благоустройство. Потому что, ну, конечно, это так тогда называлось для них, ну, как сказать, ну, вот это городское дело, оно же вот, дать план городу и заниматься городским делом на уровне даже вот просто хозяйства или там городского, ну, был такой даже профессионал, как городской инженер, который знал, как одно с другим стыкуется, и как получаются тротуары, проезжие части, где колодцы, где проложены инженерные коммуникации, то, что, собственно, потом вырастает в улицы, в публичные пространства, которые ограничены застройкой, а за ними следуют приватные, те самые домовладения, которых, или владения, о которых вы говорили. Ведь 70 лет не было частной собственности на землю, и, собственно, квартира до сих пор висит в воздухе, не имея своей привязки к участку, к территории. Это не выражено ни в документах на собственность, не выражено в вечном праве никак. Поэтому возможны и программы реновации. Вот, в общем, вот на эту тему, если вы могли бы, кратко очень. Но большинство из того, что вы сказали, все-таки относится к физическому пространству, да. А город вовсе не только. Ну, мы же архитекторы, вы простите. Да. Ну, это важнейшая часть, в этом, собственно, и драма. Да? Да. То есть драма того, что физическое пространство очень консервативно. Да? Собственно, само население города, граждане города, они гораздо более мобильны, ценности жилья меняются. Архитекторы за этим не успевают. Сейчас знаменитая вот эта вот фраза руководителя архитектурного бюро Снахетта, который построил в Осло оперу. Архитектура всегда опаздывает, да, то есть вот, придут ли они, если мы это построим. Да? Вот эта вот основная тема, она как бы вот дает понять, что это все теперь держится вместе. Ну, это всегда держалось. Просто для хорошего архитектора, как мне кажется, всегда этот вопрос был важен. Тут мы говорим уже скорее о наработанном каком-то и ремесленном, и теоретическом багаже, который обязательно нужен. Назови это градостроительством, городским делом. Хорошо, давайте называть это градостроительством, только туда все это вберем. Да? Или же назовем это урбанистикой и вберем все, что дает градостроительство, включая все эти важнейшие элементы там, территориального планирования и все знание как бы, физического пространства. Окей, в этом смысле нет никаких проблем, просто сейчас как бы вот складывается это слово более широкая урбанистика. А так мы можем вполне оставить градостроительство и считать, что это там все включается. По поводу системы расселения, да? Вообще это очень профессиональный вопрос, и система расселения, вот нас с Максимом Вениаминовичем на географическом факультете этим мучили в течение очень долгого времени. Кстати, на географическом факультете МГУ урбанистика преподавалась вот все время, сколько я помню, вот, во всяком случае с 70-х годов существовал большой курс геоурбанистики, затем внутри каждой кафедры этим занималась. И вот система расселения, это там Лаполи, Зерович, это Доксиадис со своей кистикой, это огромные такие как бы вот теоретические, очень важные элементы всей урбанистики, которым нас учили. И поэтому, когда вот я там сказал, что не хватает больших городов в России, я исходил из распределения ЦИПФа. Правило ЦИПФа показывает, что в России с точки зрения не величины самого города, а с точки зрения города, который предоставляет спектр социальных и профессиональных ролей, вот эта величина города. Вот с этой точки зрения нам не хватает больших городов, которые обслуживают территорию и дают людям возможность каким-то образом осуществлять свои замыслы не только в Москве, но в других частях территории. Вот это, вот, мне кажется, как бы крайне важно. И вот у нас, опять же, с Максимом Вениаминовичем был один профессор знаменитый такой, наш очень любимый Леонид Викторович Смирнягин, он на экзаменах по как раз вот географии городов США все время задавал вопрос студентам, чем отличается Силиконовая долина от Силиконовой груди. И ответ был: одно естественное образование, другое искусственное. Это система расселения, естественное образование, поэтому все вот эти вот новые города, как правило, там не приживаются. С этим надо быть крайне осторожным. И я, конечно, целиком разделяю вот этот лозунг, что нам нужна настройка городов, а не стройка. Это… Она, настройка подразумевает стройку, но только в другой логике. То есть и перестройка в том числе. В другой логике. Это то, что сейчас называется регенерацией. Да? То есть не реновация, там, а именно регенерация. То есть попытка переосмыслить городскую ткань как физическое пространство, так и его гуманитарную составляющую. Спасибо большое. Михаил Яковлевич, вот вам мы передаем слово, если позволите. Скажите, пожалуйста, существует распространенное мнение, что для решения задачи построения в России больших агломераций претендующих на роль глобальных городов, достаточно обеспечить большую связность между существующими городами-миллионниками, построить, например, высокоскоростную магистраль Екатеринбург-Челябинск, как пример. Насколько, по-вашему, оправдана такая позиция, и как в целом это вписывается вот в те вопросы и проблемы, которые мы сегодня пытаемся обсудить? Если у вас ответ будет шире, чем просто одного из ключевых экспертов в области политики транспортной, то мы только это приветствуем. Ну, к сожалению, он с самого начала будет шире. Я хочу все-таки присоединиться, да, или подсоединиться к дискуссии, которую обозначил мой друг Максим Перов. Спасибо. На самом деле, я же, видимо, самый пожилой человек в зале, да? Значит, вот старые книжки обязан читать. Но вот одна книжка есть, «Строительный устав Российской империи» 1907 года издания. К сожалению, там была дальше война, революция, не переиздавался. Да? Там была такая главная фигура, городской инженер. В учебнике 1910 года Григория Дмитриевича Дубелира вот эти городские инженеры, самоназвания в уставе этого слова не было, они назывались себя градоустроителями. Слово «градостроитель» ни в учебнике Дубелира 1910 года, ни в строительном уставе Российской империи просто не фигурировало. Да? Хотя это слово в русском языке, конечно, было. Например, вот, безусловно, Синахири в Ниневии или Петр I вот, в Санкт-Петербурге были настоящими градостроителями. Вот, значит, в таком Гринфилде построил город и молодец. Да? Значит, пункт первый. Пункт второй. Что написано в словаре Вебстера? Вот, что такое урбанист? Дефиниция слова урбанист – это city planner. Нет никакого противоречия. Это на самом деле, так сказать, вот городской планировщик. То, что в советской традиции после 1931 года, объясню, почему 1931 года, появилось слово «градостроитель», ну, это некоторое историческое недоразумение, которое сегодня, в 2018 году, вообще никакого значения не имеет. Как себя называть? Городские планировщики, сити-планер, ничего другого нет. Урбанист – это сити-планер. Все, что за этим пределом, это называется… Ну вот у великого русского ученого Железняка была знаменитая лекция о любительской лингвистике. Вот я не знаю, я уже в нескольких аудиториях обещал прочесть лекцию про поводу любительской урбанистики. Когда, так сказать, у нас урбанистами себя называют городские активисты, блогеры, планировщики велодорожек и прочее, вот вся эта, вот, так сказать, ну, не хочу слова такого говорить, дребедень, да, вот. Это не имеет отношения ни к градостроительству, ни к урбанистике, это, ну, вот некоторое любительство, да. Поехали дальше, поехали дальше. В чем была суть городского инженера-планировщика? И дословно то же самое написано в современном учебнике по сити-планингу. Абсолютно то же самое. Согласовать на плане города интересы местных сообществ, потенциальных застройщиков и городского сообщества в целом. Но согласовать не на вербальном уровне, на уровне разговоров, на плане города. То есть это вот на уровне физического планирования. Да? Вот, значит, это было написано в учебнике Дубелира 1910 года, это написано в современном учебнике. Вот просто вот американская ассоциация городских планировщиков, они все время руководство свое выпускают. Вот примерно то же самое. Согласование на плане города. С учетом всяких экологических, культурологических, бог вех каких опосредований, но чтобы вот это вот интересы были согласованы на плане города. Значит, никакого противоречия с людьми, которые себя, так сказать, в своих профессиональных полях, значит, работы, прежде всего, архитектурной, здесь в помине нет. И, вообще-то говоря, вот эта ассоциация американских городских планировщиков, она как-то вот эти профессионалы отделились от архитекторов, на самом деле, очень поздно. Потому что если пока в городе было, значит, вот от Ниневии образца Синахириба и до Санкт-Петербурга или Лондона образца 900 года, было же, господи, 10 индивидуальных экипажей на 1000 жителей. Что такое индивидуальный экипаж в доавтомобильное время? Это каретный сарай, это конюшни, все на свете. Да? Это не просто, это лакшери такой, супер-супер-пупер лакшери, это ничего. В городе, в котором живут не кентавры, вот люди с железом, да, люди, в принципе, вот урбан-планер нафиг не нужен, архитектор все это лучше него знает. Вот когда вот возникает вот этот, в городе появляются кентавры, вот человек с автомобилем, да, вот я ночевал в городе Олбани, там 1000 автомобилей на 1000 жителей. Да? Вот там действительно, к сожалению, нужен городской планировщик. Поехали дальше. Поехали дальше. Значит, вот согласование интересов. Причем это же разговор невербальный, это разговор цифровой. Я приведу только одну цифру, потому что, ну, понятно, что здесь надо дать время высказаться людям. Да? Значит, очень простую цифру. Вот то, с чего начал Максим, значит, упомянул точнее, это вот На что планировались, что такое советская планировка? Советская планировка – это 60 автомобилей на 1000 жителей по факту. Это в СНИПе нашем написано до сих пор, да? И 180 после построения коммунизма, как мы тогда говорили, но на дальнюю перспективу. Но вот у нас в Владивостоке 650, в Москве 400, это имеется в виду железо на 1000 жителей, да? Вот, значит, соответственно, у нас ключевой параметр, который, с которого начинается курс сити-планнинга. Посчитайте, какой у вас в городе land allocated to streets, LAS, 3 большие буквы. Вот это land allocated to streets у нас ни в одном городе России нет больше 10%. Ни в одном городе России. Значит, стандартная европейская планировка – это в пределах четверти. Но имеется в виду не вся площадь города, а то, что называется built-up area, застроенная территория. То есть надо парки, озера выбросить, естественно, да? Вот. Четверть – это европейская норма, и процентов 30-33 – это американская норма. Да? Ну, у нас 10, да? Ну, вот это вот… я могу ругаться, и точнее, мои друзья автомобильные и так далее могут на это ругаться. Это экспериментальный факт, натуральный факт, эмпирический, никуда от него не денешься. Причем эта штука жутко консервативная. Вот вся грандиозная московская строительная программа вот эту пропорцию изменила там в третьем знаке. Чуть-чуть. Невозможно менять. Понимаете, что вот, скажем, любой город наш русский, да, постсоветский, сделать вот в новых этих пропорциях, ну как надо треть недвижимости снести, не знаю, трудно это сделать. Да. Поехали дальше. Совсем коротко. Сколько городов? Вот, значит, сколько городов? Вот это как раз ответ на ваш вопрос. Сколько городов? Есть простой критерий, который мне очень нравится, потому что он никак не связан с транспортом. Какова длина афиши большого симфонического оркестра в стране? Вот большой симфонический оркестр в Российской Федерации может гастролировать. Там есть споры в зависимости от реконструкции концертного зала в том или ином большом городе в 8, в 10, в 11 городах. Так? Вот в США эта цифра 200. Вот это значит, вот сколько больших городов? А что такое, почему симфонический оркестр? Потому что это должен быть классный зал по акустике, и достаточно платежеспособная публика, чтобы я туда привез, ну, он же большой, да, чтобы это окупилось, мне надо дать хотя бы неделю там гастролировать, иначе это не окупится просто по деньгам, да. Вот, значит, много народу, платежеспособная публика и нормальное здание, построено хорошим архитектором, что мог играть большой симфонический оркестр. Порог музыки не проходит, можно на стадионе играть, да. Поехали. Вот это про большие города. Что здесь изменит строительство ВСМ? Строительство ВСМ – это очень простая штука. Есть модель европейская. Вот кто катался между Парижем и Лондоном, или там Парижем и Монпелье, Перпиньян, там Брюссель, Лондон и так далее. Да? Значит, это тарифно-трафиковая окупаемость. У меня там такие трафики, что государственное участие понадобилось только для того, чтобы туннель под Ла-Маншем копать. Все остальное окупается, операционная окупаемость подразумевается. Более того, как начинается сезон отпусков, вот по этим ВСМ Париж-Юг, там в сторону Перпиньяна, в сторону Монпелье, они сдвоены из сцепки, 2 поезда пускают, потому что публики много, да? Вот. Есть китайская модель. Китайцы настроили этих ВСМ больше, чем весь остальной мир в сумме. У них 22 тысячи километров в эксплуатации и 16 тысяч в стройке. К 2020 году у них будет, вот, соответственно, сложите эти цифры, так сказать, самое, вот, под 40 тысяч километров high-speed rail. Это вот 300 и больше. У нас 0. Абсолютно не попадает. Понятно? Да. Другая идея, абсолютно другая идея. Тарифно-трафиковой окупаемости, цены, времени, вот value of time. Да. Ничего подобного в Китае не рассматриваются такие слова. Для чего это делается? Это способ подстегнуть экономический рост, региональное развитие, собственную промышленность строительных материалов, там железа, там всего на свете, вагоностроения и так далее. Способ подстегивания экономики. Ну, у них пока работает, не знаю, так сказать, это нужно очень большое население и очень такая большая энергетика, да? Вот. Соединим мы Москву с Казанью. Там, чтобы была тарифно-трафиковая окупаемость, пассажиров должно быть больше, чем на плече Москва-Санкт-Петербург. На плече Москва-Санкт-Петербург 13 миллионов, там должно быть для выхода на какую-то цифру, хоть какую-то приблизительную, ну, 17, 15 и так далее. Это не за пределами добра и зла, это неправда просто, да? Вот, значит, строить эти же ВСМ из соображения, вот, как бы сказать, ускорения экономического роста, ну, бог его знает, очень рискованно, не знаю. Вот просто не знаю. Мне, вот как старому транспортному инженеру, очень бы хотелось проехаться до конца жизни вот на таком там high-speed rail в России, да? Но сильно похоже, что это маловато. Вот мое желание. И, наконец, про Садовое кольцо. Тут я не могу, так сказать, это последний сюжет, не могу не ответить, да? Садовое кольцо необходимо было реконструировать бесспорно, потому что вот этот, как сказал мой американский приятель, бисексуал – это не хайвей и не улица. Это вот не мальчик, не девочка, это что-то такое, так сказать, да? Там вот у нас на Зубовской площади было 18 полос в самом широком месте. Таких улиц не бывает. Вот. Соответственно, функциональное членение, оно необходимо было сделать. Как его сделали? Ну, мы все остальные проекты очень хорошо делаем. По Садовому кольцу у меня, как у транспортного инженера, одна единственная претензия. Там примыкание второстепенное к Садовому кольцу заузили до такой степени, что какой-нибудь аварийка Мосводоканала туда въезжает, как блондинка в гараж с 4-й попытки. Вот так вот, аккуратненько, да? Вот. Но это откровенная лажа. А в остальном, то, что это надо было шире тротуары, да, шире тротуары. С точки зрения моих автомобильных интересов, что в лоб, что по лбу. Вот у меня вот эти пропорции между асфальтом и железом таковы, что убавим мы там на Мясницкой или на Садовой сколько-то метров от проезжей части тротуара, добавим, вообще ничего не изменится. Вообще ничего не изменится. То есть на глобальном уровне вот для баланса железа-асфальт это не важно. А с точки зрения какой-то перспективы вот этой городской жизни, о которой Алексей говорил, сказать, вот то, что у меня вот какая-то городская жизнь, вот у меня там летнее кафе, у меня там много прохожих, там люди катаются на каких-то скейтах, велосипедах и так далее, ну и слава богу, они пусть катаются. Так что, в общем, проект хороший, с техническими ошибками. Ну это, господи, а где мы не делаем технических ошибок? Итак, мораль. Нет спора между градостроителями и урбанистами. Потому что урбанист по Вебстеру – это городской планировщик, и градостроитель – это городской планировщик. Он строителем, в том смысле, как Петр I или царь Синахирип, все равно не является. Он все равно должен согласовывать интересы городского сообщества, людей, у которых есть деньги на то, чтобы строиться, у людей, которые здесь живут. Вот последний сюжет расскажу. У меня есть такой знакомый, так сказать, господин Бишоп, он даже приезжал много раз в Россию, был членом всяких жюри у нас и так далее, да? Он был главным планировщиком Лондонской Олимпиады. Вот он рассказывал, что главная работа, которую он делал, это согласование интересов всех групп населения, всех стейкхолдеров, которые хоть как-то были задеты этим проектом. Он говорит, у него ушло полгода на переговоры, потому что какие стейкхолдеры? Жители, потенциальные инвесторы, сторонники сохранения лондонской старины, это Карфи-Сити, так, еще одно. Дальше Лондонский королевский автомобильный клуб, любит друг как кошка с собакой, да. Вот все эти люди, представленные профессиональным планировщиком, сити-планером и адвокатом по земле и недвижимости, приходили к нему, и вот он полгода с ними торговался. Что получилось, можно съездить в Лондон посмотреть, неплохо получилось. Вот мы этому должны потихонечку научиться, согласовывать интересы. Всем спасибо. Спасибо большое. Алексей Михайлович, что-то меня там как-то не слышит. Вам слово. КБ «Стрелка» стала, можно сказать, национальным брендом российским, который прочно ассоциируется со словом «урбанистика». Было бы очень интересно услышать ваш взгляд на вот эту проблематику, и мне лично было бы интересно услышать, каков у вас, так сказать, как вы видите, это профессиональный инструментарий, чем вы располагаете, какая деятельность такого рода и как она может изменить российские города, то есть в чем вы видите цели, задачи и перспективу такого рода деятельности, которую вы ведете. Да, спасибо. Кирилл, ну, мы называемся КБ «Стрелка» и, в общем-то, занимаемся городским консалтингом. То есть мы не позиционируем себя как проектировщики, а скорее позиционируем себя как люди, которые решают задачи, поставленные там нашим заказчикам или обществом, и используем самые разные инструментарии, ну, наверное, кроме инструментария вот традиционного градостроительства, о котором говорил Максим. Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что наш разговор ушел куда-то немножко в сторону, хотя он, в общем, достаточно мне было интересно послушать бывшего и нынешнего руководителя Высшей школы урбанистики, я услышал, что... Ну, факультета, да. Интересно, с существующими, так сказать, выпускниками мы общаемся, и более-менее вот Алексей Викторович озвучил те направления, в которых они работали. Как я понимаю, сейчас будет большая интенсификация выпуска городских планировщиков. Ну, желаем вам такой успеха, профессии Михаил нет, к сожалению. Ну вот она, может быть, появится. Да. Посмотрим. Пока все это называется вот. Но я бы хотел тоже на проблематике скорее заострить внимание, потому что мы все тут жонглируем словами и скорее, в общем, перечисляем инструментарии, которые, в общем, примерно одинаково плохо работают. И, мне кажется, не говорим, в общем, о главных проблемах и не ищем главных решений, на самом деле. Вот я хотел бы тогда немножко об этом сказать. Но на самом деле, в общем-то, весь наш бизнес и вся наша деятельность возникла органическим образом просто из-за того, что, в общем, даже я бы сказал, что не то, что наши города не очень приспособлены, так сказать, к современным условиям жизни, а просто наша среда, скажем, она негуманна, да, и, в общем, в ней, в наших городах тяжело жить. И основные-то проблемы, они очень простые, что просто в наших городах, ну, наверное, за исключением Москвы, нет людей. И всегда большинство заказчиков, которые приходят к нам, у них одна проблема, что вот мы должны разместить там производство какое-нибудь, мы должны сделать какой-то проект, а людей, которые будут работать на этом производстве, или людей, которые станут адресатами этого проекта, нету. Просто нет, мало людей очень у нас в городах. Это первое. Второе. Состояние наших городов крайне запущено. Тут можно, так сказать, жонглировать, да, термины тоже urban planning, urban design, как угодно можно назвать. Placemaking тоже есть такой модный термин. Но вот мы, например, сейчас разрабатываем стратегию города свободного. Амурская область, город на 50 тысяч человек. Ну, в порядке разработки стратегии мы также посмотрели общественные пространства этого города. Ну, там порядка 6% улиц освещено, например, порядка 30% имеют твердое асфальтовое покрытие, порядка 15% имеют тротуары, в принципе. Ну, и вот на доведение среды 50-тысячного города свободного до какого-то маломальски нормального состояния, по нашим расчетам, ну, должно потребоваться 7 миллиардов рублей. Ну, это только вот один город, который насчитывает 50 тысяч жителей. То есть, как бы вторая констатация. Жителей нет и средств нет, потому что 7 миллиардов рублей – это так невзначай, так 30, ну, 25-30% от всей нацпрограммы годичной по жилью и комфортной среде. Мост упал, да. Ну, там много, в общем, проблем. И на самом деле, как эти проблемы, даже несмотря на присутствие «Газпрома» и «Сибура» решать, и откуда брать там финансирование, непонятно. Вот. И вот такой как бы острый дефицит ресурсов, он прежде всего рождает вопрос приоритизации, потому что мало денег, мало людей, соответственно, их надо тратить как-то с умом и расходовать, в общем, рачительно в нужных направлениях. И вот разговора об этой приоритизации на самом деле совершенно нету, ни на каком уровне. Да, вот сейчас, пока мы обсуждаем, там скоро примут стратегию пространственного развития, например, России, да, ну какие там приоритеты развития наших городов? Непонятно, да, абсолютно. Ну, почему все расслоилось и детерминировалось? Почему в проекте городской среды в прошлом году 75% вот этих вот небольших средств на благоустройство расходовались на дворы? Непонятно. Ну и, в общем, большинство этих проектов и рождает такого рода вопросы, и мне кажется, что сначала все-таки хорошо бы в профессиональном кругу определиться, Алексей, какие у нас... Алексей, да. Дворов там есть ответ абсолютно бюрократический, потому что улицы проходили по программе БКД. Ну, улицы не улицы все-таки, Михаил Яковлевич, именно покрытие дорожное. Да, но без тротуаров, городские улицы без тротуаров. Да, городские улицы без тротуаров, да, покрытие в некоторых городах действительно сделали, в общем, большая была... Ну вот мне кажется, что все-таки первое, это надо решить, какие у нас приоритеты в городском развитии. Дальше есть более узкие, на самом деле, вопросы, и более частные, которые тоже было бы интересно, наверное, обсудить, но сейчас не хватит, наверное, времени. Вообще-то механизмы городского планирования в современном и России, и мире работают очень плохо. Мы на своем примере видим, что наиболее успешные короткие проекты. Вот почему Максим говорит о благоустройстве, хотя у нас много и других более таких долгоиграющих вещей, потому что действительно эти проекты реализуются, их заметно, их видно. Но чем дольше проект, чем больше он рассчитан на долгую перспективу, тем сложнее, так сказать, его даже довести до какого-то логического конца и переложить вот в те документы, о которых Максим говорит. И вот каким образом действительно сделать планирование эффективным, нужно ли его делать эффективным, в каких разделах, в каких частях, на каких принципах, с какими ценностями, вот это вот очень большой для нас вопрос. А кто в основном является субъектом такого рода? Кто... Кому это? Для кого? Людей нет, денег нет, «Газпром», мост упал. Кто нет, субъект? Но... Для кого мы Кирилл, все это делаем? Ты не воспринимай так буквально. Я когда говорю «нет», я это фигура речи, вы же понимаете. Я обозначаю просто дефицит. Нет, мне самому интересно, кто является этим субъектом вот такого рода работы. Ну, извините, клиентом, заказчиком. Потому что субъектом той урбанистики, которая начиналась там в 60-е, были те жители, которые, сообщества, которые существовали на этом конкретном месте, и в какой-то степени их даже провоцировали те урбанисты, не будем их перечислять, для того, чтобы была какая-то антитеза такой объективистской позиции, которая демонстрировала городское планирование, городская власть, администрация. И, собственно, там-то и началось вот это вот пересечение интересов, необходимость найти взаимный консенсус, вести переговоры. А вот в той нашей реальности, о которой прекрасно ты сейчас сказал, вот кого ты видишь этим? Да нет, ну примерно, ты понимаешь, примерно то же самое, только разрыв, так сказать, существует между субъектом... И объектом. Нет, но между субъектом, который пользуется этим благом, и, так сказать, субъектом и драйвером этих процессов. У нас получается, что решение, так сказать, местечковых интересов городских, ну, в том числе в сфере благоустройства, происходит за счет федерального бюджета. Но это гигантский разрыв. То есть, в общем, с одной стороны... Идут процессы, ну вот похожие на те же технологии средового проектирования, вовлечения жителей, так сказать, вот он субъект этой среды. А с другой стороны, субъект этой среды, он в основном, в общем, такой потребительской позиции находится. А все это финансируется вообще через два уровня государственной власти. Поэтому здесь, конечно, в общем, этот процесс, он сильно искажен, мне кажется. Ну, безусловно. И вот очень интересно ваше мнение, в чем, потому что когда столько городов проходит через консалтинговое бюро «Стрелка» со своими проблемами, и, как сказать… Вы знаете, но на самом деле тут как бы есть два решения. Либо действительно признать, что у нас органов местного самоуправления дееспособных нету, и все действительно перевести на государственный уровень. У нас сказать, что у нас вообще-то система расселения, она носит геостратегический и геополитический, главным образом, характер. Недаром, так сказать, все коллеги, которые занимаются градостроительством, у них сидит первый отдел человек в погонах, потому что они занимаются, ну, как секретность, допуск должен быть у каждого, так сказать, градостроителя. Это, ну... По крайней мере, когда мы гостендеры читаем, там очень часто такое требование содержится, требование наличия первого отдела. Ну, можно в этом согласиться, и, наверное, действительно, учитывая еще то, что профессионалов нет, вот опять пометую свободно, Амурская область, ни одного профессионального архитектора в органах государственного и муниципального управления, ни одного не работает в этом субъекте федерации. Ну, действительно, в общем, ресурсы людские ничтожны, надо их централизовать и, так сказать, сверху все предписывать. Я думаю, честно говоря, что на данном историческом витке, как ни странно, этот механизм будет работать лучше, чем механизм, когда вы все спустите вниз, тем более, на самом деле, ресурсов для этого, так сказать, каскадирования вниз очень мало, потому что производительность труда, которая служит, в общем-то, основным источником богатства городов, она у нас очень низкая. Соответственно, низкий НДФЛ, ну и так далее. Ну и города не вписаны ни в какую глобальную систему. Ну, у нас, по-моему, после 2014 года у нас только Москва старается еще остаться в глобальной системе, а все остальные, они, конечно, уже… Ну, вот, например, город Кировск Мурманской области, он вписан в мировую систему разделения труда. потому что... Сырьевые, но это... А это почему? У него первый передел там присутствует. Вот, так что, извините, он продает уже продукт полезный ископаемый. Ну, пока есть... продавать никому не интересно. Да, но долгосрочную стратегию такому городу очень сложно сделать, потому что у него монофункциональная экономика, и непонятно, на что ему опираться. Мы как раз вот в своем... Ну, у нас был опыт совместный, и мы, в общем, умудрились это сделать. Я-то как раз вел к тому, что действительно, это как вот в свое время в Америке, если некий город не имел возможности на собственные налоги содержать судью и шерифа, то он все еще оставался в подчинении федерального центра. Как только эта возможность появлялась, сразу появлялись границы и все такое прочее. И, так сказать, вот почему бы не воспользоваться таким опытом? То есть, ну, тогда все они будут в подчинении федерального центра, но они и находятся фактически в подчинении федерального центра. Ну, вот именно что фактически, потому что мне как раз, вот еще раз говорю, изнутри было очень интересно увидеть вот этот инструментарий, эту позицию лично, да, потому что, мне кажется, если мы в работе такой вот по превращению мест, где все очень плохо, во что-то более-менее приличное, просто нам не на кого опереться, не на кого. Как администрация местная, актором выступать в полной мере не в состоянии. Местный какой-то там директор завода, ну, повезло Кировску, там есть такой завод, и рудники там и так далее. Но это тоже наследие советской эпохи. А обычного города, который живет своей городской экономикой, мы что-то не наблюдаем, потому что даже Москва не такова по своей сути. Вот. И, собственно, каким образом, вот теми способами, которыми владеют урбанисты, собственно, начать создавать эти сообщества, которые везде являются основой любого города, или наоборот сказать: все, ребят, Кирилл, кончилось ваше время. И, но значит, не надо быть наивным. Максим, он правильно сказал про эти микрорайоны. На самом деле, они во многом, эта застройка, на мой взгляд, поддерживается до сих пор, потому что, конечно, там невозможно создать никакие локальные сообщества. И если мы посмотрим даже по московскому голосованию, голосование жителей микрорайонов и голосование жителей, так скажем, нормальных районов, оно отличается очень сильно. Ну, и вот это, конечно, в общем, можно сказать, что это политический инструмент централизации власти и принуждения, несомненно. Ну и Марк Мирович об этом писал. Выработки электорального эффекта. Нет, да. В первую очередь, это удобство строителей на первом месте, прагматичное, примитивное, а потом уже... Отрасль. Хорошо, спасибо большое. Александр Андреевич, вот скажите, пожалуйста, вы наблюдаете все эти вот трансформации довольно в долгой временной перспективе, я имею в виду профессиональные, совершенно в разных состояниях и, так сказать, от газообразного до жидкого и в твердое переходящее. И вот как, на ваш взгляд, вот обладая такой вот в этом таком длительном временном лаге, в состоянии как бы проанализировать вот это состояние профессии, вот когда был Гутнов, был Нер, вы во всем ведь в этом участвовали, потом изменилось в 91-м году многое что. И как вот вы, ну, выходили из этих обстоятельств, ну, что ли, узости профессии, необходимости как-то сделать шаг куда-то в сторону, шире, выше? И что нам делать сейчас? Я хотел бы вернуться к теме в начале нашего сидения, это урбанистика, антагонизм или сосуществование. Мне кажется, вот Алексей интуитивно нащупал очень точную вот как бы разницу между урбанистами и градостроителями. Градостроители – это те настоящие градостроители, те, у которых есть допуск. У урбанистов допуска нет. И не требуется. Вот. Поэтому можно сказать, что да, градостроители – это люди, так или иначе, внедренные в какие-то государственные структуры, как бы, урбанисты, они все еще как бы люди немножко непонятные. Вот. Ну, я думаю, что никакого вообще сильного антагонизма здесь нету, и никакой тут поножовщины не предвидится между градостроителями и урбанистами, потому что... Ну вот, как бы Алексей урбанист, по образованию мы с ним одно и то же. Ни один из нас не градостроитель. Вот. Но тем не менее. Значит, вообще интересно. Это очень интересная тема для всяческих дефиниций. Урбанизм, градостроительство, дизайн, архитектуры и так далее, и так далее. Мне почему-то хочется как бы спарить архитектуру с градостроительством, потому что и то, и другое как бы считается искусством, ну, традиционно считается искусством. Градостроительное искусство, архитектурное искусство. Вот. То есть это что-то, предполагающее заведомо такое высокое качество. Что касается дизайна и урбанизма, то эти вещи, ну, как бы, есть высокий дизайн, там, высокий или какой-то еще там превосходный урбанизм я не слышал, вот, но для себя я, как бы, сделал такое развлечение, что архитектура и градостроительство в равной степени, они все-таки больше, как бы, укоренены, они принадлежат земле, они в пространстве, они принадлежат тому конкретному пространству, в котором они, как бы, предполагаются, строятся, расположены и так далее. Значит, и дизайн, и урбанизм, они более глобальные, они более индифферентны, они скорее во времени существуют, чем в пространстве, и если, скажем, дизайн, он имеет еще такой промышленный оттенок, то есть его, одна из добродетелей – это его тиражируемость, да, и изделие высокого дизайна, оно будет одинаково хорошо абсолютно в любой среде, в любой географической или культурной ситуации, вот. А что касается урбанизма, то урбанизм тоже, в общем-то, занят тем, что какие-то наработки, какие-то стандарты, какие-то шаблоны, протоколы, которые, в общем, сформулировались в каких-то определенных культурных обстоятельствах, они так или иначе тиражируют по всему миру. И в этом есть резон, потому что, скажем, автомобиль, который во многом, как бы, определяет характер городской среды, он универсален, он везде. И, скажем, в наших городах большинство автомобилей – это не русского производства, не национальные, там, не какие-то патриотические изделия, это просто автомобили. Поэтому те приемы, как бы, рассчитанные на то, чтобы пешеходы, как бы, гармонично строили свои отношения с автомобилями и так далее, значит, ничего, как бы, дурного в том, что заимствуются какие-то образцы и пытаются внедряются здесь, ничего дурного здесь нет, и это хорошо. Вот. Ну, так же, как, не знаю, любые дорожные там стандарты, это тоже не здесь придумано, это откуда-то к нам пришло скорее с запада, чем с востока. Вот. Поэтому я считаю, что какого-то большого антагонизма между градостроительством и урбанизмом нету. Вот. Мне кажется, что проблема скорее в том, что есть некая... Есть некий предмет, есть сфера деятельности, есть некая конкуренция, кто ближе подойдет и кто даст более, скажем, точные ответы на те проблемы, на те вопросы, которые возникают. Понятно, что те вопросы, которые стояли перед градостроительством в 20 веке, сейчас их круг достаточно расширился, и поэтому тех компетенций, которые были у традиционного градостроителя 20 века, их не хватает, чтобы работать с теми проблемами, или, как теперь принято говорить, вызовами, которые ставит современная жизнь. Вот. Но мне кажется, что следующий, как бы, вызов, которым мы все, как бы, сойдемся, и градостроители, и урбанисты, это то, что называется пространственное развитие. Вообще надо сказать, что все термины ужасно какие-то неточные, они все плавающие, приблизительные, и мне, например, не нравится пространственное развитие, потому что развитие вообще это движение, да, пространственное движение. Скорее надо, может быть, говорить пространственное усовершенствование, не развитие, развитие как усовершенствование, потому что развитие как какое-то расползание, мы, наверное, не можем приветствовать такое экстенсивное развитие, мы скорее можем приветствовать какое-то интенсивное, то есть усовершенствование того, что уже существует, и это как одна из целей, то, что разглашает урбанизм. Вот. И мне кажется, что совершенствовать мы в первую очередь, конечно же, должны, как бы, строить структуру, организацию той ткани, которую мы, как бы, обитаем, живем. Структура организации – это инфраструктура. И, если хотите, это в первую очередь, конечно, транспортная структура. То есть все, что мы хотим от, не знаю, нашего государства, которое пытается управлять как бы развитием или совершенствованием нашей жизни с помощью каких-то майских указов, каких-то, я не знаю, концепций принятых или там разрабатываемых и так далее. Все, что, в общем, нам хотелось бы получить от нашего дорогого государства, это развитую систему коммуникации, извиняюсь, проще дорог, и дальше как-то оно само пойдет. Дальше государство может заняться своими делами. Спасибо. Григорий Исаакович, вам слово. Я даже не знаю, стоит ли мне задавать какой-то специальный вопрос. Мне кажется, уже дискуссия, ну, движется своим каким-то чередом. Вот, и уже можно реагировать на то, что прозвучало, даже в большей степени, чем какие-то специально подготовленные вопросы. Да, хорошо. Но я не архитектор и не градостроитель, я вообще историк искусства по образованию. И поэтому, так сказать, мое суждение будет самым необязательным. Кроме того, я являюсь, вот вы там перечисляли мои регалии, профессором Высшей школы урбанистики, и, видимо, из-за этого все-таки имею какое-то отношение к урбанистике. Ну и в качестве профессора я бы, конечно, хотел начать поножовщину как раз. То есть, как бы обозначить некоторую дискуссионную тему. Ну, понимаете, тут... С терминами очень все плохо. Ну, все говорят, что плохо с терминами урбанист, и там как вот с ним быть. Мне кажется, главная проблема с градостроителями. Значит, что понимать под этим делом? То есть, если вы, ну, вот если в смысле, о котором говорил Александр Андреевич, то тут очень понятная разница, понимаете? Может быть гениальный градостроительный проект. Не может быть гениальной велодорожки. Ну, как гениального там, как бы, выделения общественного места в городе, определения мест концентрации. И даже, честно сказать, усилия урбаниста по созданию гениального сообщества, вероятно, закончатся какой-то лажей. Градостроительство – это творческая деятельность. Урбанистика может только создавать в этом смысле для нее какие-то предпосылки. То есть решать, какой, где брать, ну, какую территорию избирать для того, чтобы звать архитектора. И иначе, ну, как бы это будет всегда какая-то глупость. Поэтому консалтинговое бюро «Стрелка» вообще не занимается проектированием. Оно только определяет места и дальше зовет архитекторов. Если же понимать под градостроительством то, что вы, Кирилл, обозначили в начале, а именно советскую деятельность, так сказать, советскую реальную практику строительства городов, ну, или иначе, я бы сказал, исполнение решений советской власти по, ну, скажем, территориальному зонированию и расположению там типовых объектов строительной деятельности, то эта деятельность не имеет отношения к творчеству. Это деятельность, ну, какого-то другого цивилизационного порядка, и в ней творчество примерно столько же, сколько и в урбанистике, а может быть значительно меньше. Я бы, если мы именно эту систему отстаиваем, вот эту советскую систему, то, ну, значит, у нас 1113 городов в России, из них 700, соответственно, целиком выстроены в этой системе, а остальные, ну, испорчены ей до такой степени, что, собственно, исторической среды у нас 5%. У нас в этих типовых изделиях советского градостроительства проживает 75% жителей городов, соответственно, и у нас 79% сейчас городского населения. То есть каждый второй в России проживает в типовой квартире, созданной вот этой деятельностью. Да? То есть, когда мы говорим, в чем национальный тип жилья России, то это типовая квартира в панельном доме. И вот это результат, так сказать, производства этой деятельности. Причем, как Александр Андреевич тонко сказал, люди, которые это делали, имели допуск, то есть соучаствовали в этом преступлении. Просто были частью этой власти, значит, соответственно, и этой системы управления. Значит, с позицией я совершенно не согласен с Максимом в том, что город определяется экономической структурой, структурой экономики. Тогда бы мы сейчас в Риме видели все, ну, как бы рабовладельческий город, там, ну, не знаю, и так далее. В Месопотамии, вероятно, что-то до рабовладельческое. Но особенно интересный пример у нас возникает с нами, потому что эта система градостроительства, вот эта вот система советская, она жива. Посмотрите, например, на Новую Москву, на типовые индустриальные кварталы, которые возведены кольцом в 30-километровой зоне вокруг Новой Москвы. Это ровно те же самые типовые дома, только увеличившиеся с точки зрения производства, ну там, соответственно, на 30%, в котором в соответствии с нормами этого самого градостроительства на сегодняшний день надо располагать рабочие места, потому что это нормирование устроено относительно завода. У нас есть завод, и к нему селитьба. А теперь мы строим селитьбу, а к ней завод. Значит, чтобы как-то оправдать, что люди там будут жить. Но только эти рабочие места делаются в виде ангаров, которые места в смысле места, а не в смысле того, что там кто-то работает. Потому что никакого бизнеса, никакой экономической активности эта система градостроительства произвести не может. Она, как совершенно верно сказал Алексей Новиков, убивает любой бизнес, который там оказывается. Потому что в полях на первом этаже бизнес не живет, он оттуда уходит. Там можно, наверное, картошку обратно растить на этих же картофельных полях. Значит, соответственно, с моей точки зрения, эта система градостроительства, вот эта вот советская, в которую мы, ну, как бы должны вписаться с точки зрения законодательства, и как бы в систему ее процедур, и в систему ее нормирования, и занять в ней какое-то место, это, ну, как сказать, вообще-то преступление против человечества, потому что количество ресурсов, которые мы потратили на строительство этой цивилизации, и то, что мы получили в результате, вот в виде этого ситуации, каждый второй живет в такой квартире, 140 миллионов населения, это то, что сделала советская система градостроительства, и она жива. Зачем же я буду в нее вписываться? В чем мне, так сказать, прелесть? Чтобы она мне рассказала, что нужно делать сначала ливневку, а потом сверху у нее тротуар? А вы думаете, я про это не знаю? Это заказчик мой про это не знает, когда я ему говорю, слушайте, давайте сначала ливневку, а он как-то нет. Так и ваш заказчик тоже про это не знает, потому что когда вы общались с этой властью и исполняли ее решения по своим градостроительным нормам, она же ни черта их не слушала, ваши нормы. Она вертела, что хотела, соответственно, не строя школ, не строя поликлиник, не строя больниц, а потом как-то это достраивает. Точно так же произвол власти был как бы, ну, абсолютный. Только единственное, что вот эта система, ну, она не просто, как бы сказать, она очень большая, у нее много разделов, у нее много норм и так далее. Поэтому, на мой взгляд, ну, она хотя и жива, но очень больна. У нее такое количество балласта, что она практически не в состоянии выполнить ни одного решения. Ей детский сад типовой, который вы показали в Новой Москве, надо согласовывать на общественных слушаниях. Да зачем же я туда пойду? Боже мой, я лучше проскочу мимо, через заказчика, подальше от вас и быстренько туда внедрю этот свой проект. Значит, единственная проблема заключается в том, что урбанистика – это никак не благоустройство. Это такой очень, ну, как бы поверхностный взгляд на урбанистику. И уж тем более, ну, знаете, вот антология, которую вы нарисовали, а именно, что мы мыслим образами, а мы цифрами, связана просто с очень поверхностным знанием того, чем мы занимаемся, потому что мы очень много занимаемся в основном цифрами. Я от своих отделов, которые, соответственно, у меня там сидят экономисты, социологи и так далее, не знаю, как отбиться. Они ко мне все время ходят с цифрами, которые я действительно плохо понимаю. Ваше поверхностное представление о урбанистике, вероятно, соответствует моему поверхностному представлению о градостроительстве. И это как раз и создает для нас возможность, так сказать, вполне эффектной поножовщины вот перед группой граждан. Да, спасибо. Да, Андрей Леонидович, вот что же нам делать в этой такой детерминированности, вот в такой ситуации детерминированности? В чем вы видите? Это немного... Да. Я не ожидал вопроса, я еще нахожусь под впечатлением выступления наших главных спикеров. Но, в принципе, если переходить, в общем, к работе, мне бы хотелось немного поговорить о работе, вот, например, с Алексеем. Как мы это будем, любые решения, которые мы делаем, ну, вот, все предложения, все проектные предложения, которые сделаны в части благоустройства улиц, ну, в частности, где больше всего видно то, что откуда пошел, откуда приклеился вообще этот термин урбанистика. Вообще эта кличка, по-моему, она на самом деле не соответствует глубокому пониманию, что такое урбанистика. Просто, ну, так называют людей, кто занимается благоустройством. На самом деле я с этим не согласен. Я считаю, что это очень важная деятельность в масштабе человека, которая была страшно дефицитна, и никогда, в общем, эта лакуна не была заполнена профессионально. И сегодня я, честно говоря, смотрю на это с таким, ну, с удовольствием. И часто я тоже вижу ошибки, мне тоже за них обидно, когда там какие-то радиусы, но в принципе то, что среда более удобна для пешехода, я это приветствую. Вопрос: как вы это согласовывали? Там есть пересечение, например, с транспортными какими-то нормами. Ну, конечно, согласовывали, так и согласовывали с департаментом транспорта. В экспертизе. То есть был ли проект, который проходил экспертизу? Или это каким-то... Были проекты, конечно. Да? То есть, ну а как? Это... Любое бюджетное финансирование у нас, да, подразумевает прохождение экспертизы, естественно. То есть, московская в данном случае. То есть все это... Нет, насколько я понимаю, мы сейчас тоже мучаемся с городскими проектами. Естественно, конечно. Части реновации, но, например... Есть такие элементарные радиусы там при примыканиях, которые нам трудно в проекте сделать так, чтобы пройти согласование. Меньше 8 метров мы не сделаем, ну, просто по нормам. Да? А в случае там моей улицы я вижу, что есть и метр. Ну да, но надо заказчика поблагодарить, которые смогли это согласовать. Да. Все, я все... Вот, нет, разные заказчики, разные. Да. Андрей, а ты на улице Красина живешь, что ли? Нет. На улице Красина нет, я иногда встречаю жену, она там работает, да, поэтому... Это городские практики, да, Андрей? Городские практики, которые так любят. Нет, я просто, я к чему? Мы в нашей практике, вот я там 40 лет работаю, ну почти, да, мне кажется, что те нормы, которые были тогда, когда я начинал, 80-е годы, они практически не изменились, градостроительные и так далее. И я все время, например, испытываю дефицит в том, что, ну, как бы есть очевидные вещи, которые просто неудобны, которые нуждаются в изменениях, в нормах и так далее. И я был свидетелем нескольких таких опытов. Ну, например, вот ваши эти сводные стандарты, которые, да, вот вы утвердили, это же такая шикарная. Они прошли по улицам. По улицам, да. Да, утвердили. По улицам мы утвердили. Вот как раз я бы хотел сейчас вот... Я закончу. Не смотрел, но Дмитрий Мартяхин все время строит дороги, и у него там тоже там пальцы отбиты, пальцы синие от экспертизы, потому что не дают как бы нормальные решения принимать, потому что, по-моему, там сейчас новые же, во многом они не соответствуют нормам. Я к чему говорю? Алексей, вот нельзя, да, ли каким-то образом... эти стандарты все-таки превратить... по транспорту, по-моему, новые же выпустили. Выпустили. Костин это все. А Костин старается. Но там просто... Ну, мы делаем, на самом деле, мы немножко занимаемся и с ФАО ФЦС, такая есть прекрасная организация. Поближе. Нет, есть РНГП, которые тоже там долго разрабатывались и никак не могут быть приняты, да, а может быть, вообще будут снесены. Да. То есть у меня такое впечатление, что очень консервативное вот наше я вам объясню, нормотворчество... Почему? Да, я примерно догадываюсь. Почему? Ну, потому что... Давайте обменяемся тогда догадками. Нет, мне кажется, что это косность, во-первых, проектного цеха. Ну, хорошо, тогда есть заговор, да? А? В чем заговор? Это бизнес-экспертиза, Андрей, ну что никто не знает? Нет, но там на самом деле, вот что касается транспорта, по-моему, у них получше, а вот что касается, например, жилищного строительства, мы сейчас просто немножко с ФАО ФЦС под ведом Минстроя этим занимаемся, там другая ситуация. Во-первых, эти нормы некому разрабатывать. Это первое. Во-вторых, эти нормы и не с кем обсуждать, потому что там вот есть нормируемые разрывы, да, санитарные, там 25 метров, там 50, сколько угодно. Никто не знает, откуда возникли эти цифры. Почему? Нет, это интересно, почему. Мы выясняем этот вопрос из гражданской обороны, Алексей. Нет, ну археология этих всех нормативов, ее невозможно сделать. И не осталось тех людей, которые делали эти нормативы. Поэтому теперь доказать, что санитарный разрыв должен быть 25 метров, как и доказать обратное, практически невозможно, потому что, в общем, нет реперных точек никаких. То есть, в общем, нет людей, которые могли бы произвести эту работу. Поэтому надо оставить как есть. Потому что нет возможности. А дальше очень обратно. Сложная Господа, система согласования. Вот, этот разговор сделать сутью следующей нашей панельной дискуссии, если вы не против. Потому что это очень, как сказать, большая интересная тема. И у меня вопрос, как работать легитимно, не быть диссидентом. Таким спецусловия получать, спецусловия получать как? Спец всех условий. Андрей Леонидович, это, собственно, тайна творчества. Мы не можем раскрывать свои секреты. Господин модератор, я одну маленькую реплику ставлю. Мой сосед и друг Алексей Муратов повторил фразу из известного анекдота времен Никиты Сергеевича Хрущева. Со съезда партии едет главный режиссер областного театра и директор совхоза. Но они выпили, накрыли, и директор совхоза говорит соседу: вам-то, деятелям культуры, хорошо, Никита Сергеевич в театре понимает. Алексей дословно повторил эту фразу. Но у вас же новый вышел. Да, вот я говорю, Никита Сергеевич в театре отлично понимает. Да. Спасибо. Андрей, Дмитрий, скажешь два слова буквально? Давайте, да, я скажу. Спасибо большое, я помню, что все-таки позвали, потому что я, наверное, представлю тут цех инженеров и проектировщиков, да, как, в принципе, доцент кафедры проектирования ЦАРОК Московского автомобильно-дорожного института. Для меня изначально было непонятно вот это вот отличие тонкой урбанистики от градостроительства, да, в принципе, вывод я для себя сделал один пока на сегодняшний день, что градостроительство — это то, что посвящено, в принципе, градостроительному кодексу, да, и в него абсолютно полностью укладывается, как вот Максим сказал. Урбанистика, да, это, наверное, нечто такое, что не может уложиться в градостроительный кодекс, но, тем не менее, все равно оно должно быть. Потому что, в принципе, вот эти вот идеи урбанистики, которые озвучивались, да, и которые на сегодняшний день осуществляются, может быть, иногда не совсем верно там, они, в принципе, имеют место быть. Вопрос у меня только один, в принципе, ко всем, потому что практически все сказали о том, что все это чревато. И вот на заднем плане висит как бы замечательная картинка с улично-дорожной сетью. И я так понимаю, что все равно вся экономика любого города, все градостроительство и урбанистика, они все равно как бы так или иначе завязаны на улично-дорожную сеть, потому что без нее не будет работать никакой город. Вот. И всегда интересно одно, почему архитекторы, урбанисты, градостроители никогда не приглашают на свои мероприятия проектировщиков именно улиц и дорог, почему вот эта часть всегда обходит как-то стороной, потому что на самом деле в части проектирования улиц и дорог очень много вопросов. Мы всегда приглашаем. Не знаю, на конкурсе «Новой Москвы» Павел Поспелов сидел на очень почетном месте рядом со мной. Честное слово. Нет, это я понимаю, да. Его одного звали, а больше не... А еще когда был Лобанов жив. Лобанов жив, да, это величина отдельная, да. Понимаете, у нас на самом деле на сегодняшний день есть очень большие проблемы с нормативной документацией, да. Вот этот вот СП, который вспоминали сегодня, улицы и дороги, да, который действительно хоть что-то изменит за последние там несколько десятков лет, он начал разрабатываться, по сути, там в 2013 году, и до сих пор он все еще не утвержден, к сожалению, пока. Вот. Вопрос один, да? Что делать именно с градостроительством, с урбанистикой в аспекте транспорта и именно проектирования уличным дорожной сети, потому что это же вопросы безопасности, это вопросы геометрии, а очень часто именно в среде вот градостроительной и урбанистов они абсолютно не обсуждаются никак. Если можно, два слова скажу, позвольте, да? Значит, тут есть вещь, которая лежит ровно на границе между, так сказать, интересами вот огромного сообщества урбанистов, архитекторов, градостроителей, не буду про терминологию, и инженеров, которые занимаются транспортом. Так? Вот у нас в РНГП московском написано, что на один автомобиль нужно 40 квадратных метров. В американских строительных нормах 400 квадратных фитов, это 37. В старом советском СНИПе 30, ну неважно, это 30, 35, 40 так, квадратных метров. А сколько приходится на одного москвича флор, ну, вот общей площади, да? Ну, вот вы знаете цифру, да? Да, но вот на самом деле, когда на одного горожанина приходится вдвое меньше места, чем на его автомобиль, я обязан, ну, если я живу в более-менее благоустроенном городе, вешать табличку «Car Free Development», «Отойдите от гроба». А мы что делаем? Какие дороги, какие улицы, ребят? Там же вопрос бассейн, труба. Улицы – это трубы, парковки – это бассейны. Если человек живет вдвое теснее своего автомобиля, задача нерешаемая. Мне вообще все это не нужно. Они должны у меня ходить пешком, ездить на общественном транспорте. Мы же вот эти вещи не решили. А уж потом, конечно, можно говорить о нашей с вами профессии. Да? Хорошо, давайте продолжим. Тимур Башкаев. Да, Тимур. Добрый вечер. Я хотел бы продолжить по ножовщину. Мне кажется, надо как-то немножко взбодриться. Я Григория поддерживаю. Вот, и не надо замыливать различия, которые возникают. Если появляется у людей потребность как-то разделить градостроителей, урбанистов, кого-то еще, это говорит о том, что уже люди понимают, что это не одно и то же, и назревает какое-то разделение. Но до конца понять не могут. И у меня вот своя версия, я предлагаю свою версию разделения. Почему такая путаница, почему мы не можем понять, что такое урбанисты. А на самом деле произошла очень интересная вещь, на мой взгляд. Был градостроитель. Кстати, мне очень нравится идея, что градостроители делали проекты, это как бы такие художники, делали законченные художественные акты, законченные и в пространстве, и во времени, очень важно. А потом жизнь дико ускоряется, и начинаются две тенденции. Нужно делать среду, который, кстати, раньше выпадал так вот детально из внимания, с одной стороны. Это вот благоустроители, почему-то назвали их урбанистами, совершенно неправильно, хотя есть прекрасный термин «городской дизайн», и даже мы там обучают и в Мархи, и во всем мире. Прекрасный термин, который очень сильно закрывает огромную территорию, огромную зону, чем занимается сейчас и «Стрелка», и очень многие. А с другой стороны, вторая потребность, нужно было градостроительство во времени увязывать. Появился гигантский спрос, города развиваются очень быстро, и Москва, вы видите, с дикой скоростью. Уже традиционные газетные проекты просто устаревали уже, они ничего не отвечали времени. Нужно было делать не проекты, а делать программы во времени, развитие города, его уплотнение, его интенсификации. И почему-то опять это приписали одним и тем же самым термином урбанисты. И таким образом, загадочным образом, урбанисты отвечают и за благоустройство велодорожки, и одновременно за совершенно фантастическую вещь развития города во времени, что они делали градостроители. Я предлагаю немедленно отменить это разделение, оставить урбанистам, это на такая суперская вещь, это вот, которые делают программу во времени, упаковывают программы градостроительные проекты во времени, а городскому дизайну оставить вот то, чем занимаются благоустройство и стрелка. Мне кажется, совершенно правильное разделение, такая трехчастная, дизайн, строительство как законченный какой-то некий акт небольшой или большой, неважно. А урбанисты – это люди очень востребованные в мире, которые отвечают за то, чтобы город был устойчивым, развивался в будущем, и развитие уличной дорожной сети там, или транспортных систем, высокоскоростных, общественного транспорта и так далее, чтобы все было увязано с городом. И самая главная задача урбаниста, на мой взгляд, это чтобы город обеспечивал рост своей плотности и при этом оставался качественным для жизни. Спасибо. Спасибо большое. Решите. Олег Вадимович. Вот, Олег Вадимович Григорьев. Да. Взгляд экономиста. Ну да, мне как-то даже неудобно. Тут пошел такой профессиональный разговор. Я бы хотел вернуться немножко к началу. И, во-первых, да, тут прозвучало, что где город, а где экономическая модель. Ну, давайте, да, небольшая, совсем коротенькая история. Вообще говоря, многие считают, что экономическая наука началась с такого текста, который назывался «Басня о пчелах». В начале XVIII века Буагильбер его написал. А? Ой, Мандевиль. Мандевиль, да, написал в начале XVIII века. И Адам Смит уже как бы развивал и оппонировал идеям, которые были развиты в этом тексте. Так вот, в предисловии к этой басне о пчелах, собственно, она начинается с рассуждений как раз о городской экономике, о противопоставлении городской экономики, сельской и так далее и тому подобное. Что тоже очень... Да, действительно, скажем, в экономической науке вот эти вопросы во многом как бы ушли на второй план, но это не значит, что их там нет, они есть. Да, давайте. Город развивается, во-первых, да, может развиваться только в той мере, в какой люди зарабатывают деньги, где они зарабатывают, с чего они зарабатывают. Почему в одних местах зарабатывают меньше, в других больше? Почему едут из одних мест в другие? Да, что их влечет за собой? Да? И это определяет, что у нас происходит с городами. Да? И это дает как бы основу существования городов. Но если люди зарабатывают деньги в основном на продаже нефти и газа, то они это делают не в городах. Сейчас, и, соответственно, города не зависят от этого вообще. Секундочку, секундочку. Значит, все очень просто. Значит, давайте, в чем у нас проблема? Да, вот почему провисло градостроительство, на мой взгляд, да, вообще тема. Дело в том, что, да, это связано с экономической моделью. У нашей страны есть экономическая модель. Она называется монокультурно-рентная модель развития. Ну, по-научному, неважно. Все поняли, о чем речь. Да, монокультурно-рентная модель. Значит, проблема в чем? Да? В том, что никто не хочет признавать. Ну, не то, что ученые не хотят, да? А власть не хочет признавать, что у нас такая модель. Да? Она там говорит, что мы строим постиндустриальное общество. А что какая связь между монокультурной моделью и городами, городским развитием? Она известна, она описана, да, есть такой автор, все наверняка знают, да, Эдвард Глейзер. Он, в частности, в свое время разработал концепцию потребительского города, она у него в книжке описана, которая всем известна. Но у него есть еще одна мысль, я не знаю, кстати, в книжке она есть или нет, в статьях она у него есть, что для экономики, чтобы экономики с монокультурной рентной моделью могут существовать только потребительские города. Только потребительские города. А дальше вступает в силу простая, как бы опять-таки известная закономерность, что вот потребительские города, если у нас все города потребительские, то у нас есть движение неостановимое из малых городов, которые не предоставляют необходимого объема, это вы сказали, да, как раз говорили, да, необходимого объема услуг потребления, да, в крупные города. Да, вот наша модель, вот все, что с этим связано. Давайте, да, я бы не был столь же радикален, да, почему вот я экономист, сотрудничаю и... Опять-таки, да, началось все с того, что я пришел к архитекторам и сказал, давайте построим город трехмиллионник. Ну и закрутилось. Я уже 3 года от архитекторов не могу оторваться. Они не строят, они привлекают к себе. Но заинтересовались. Вот, потому что понимая, да, что потребительские города и, ну, надо строить и создавать. Потому что такая модель. Опять-таки, я не радикальный, да, есть и другие, да, мы пока работали, мы разработали другие, как бы, типы городов, да, потому что город – центр сельской территории, там, где сельская территория эффективно развивается, производит зерно на экспорт, мы знаем эти регионы и так далее, да, город как центр сельской территории – тоже имеет возможность существовать, но он и должен, да, понимаете, вот нельзя, да, говорить, что мы проектируем город. Город просто и город-центр сельской территории – это разные вещи, да, у нас просто этого нету, да, нету этого понимания, да. Город как центр туристической или рекреационной территории тоже может быть, да, это не город… Вот как сейчас, да, там туристический город, который сам обладает какими-то объектами. У нас не окупается, вы поймите, да, у нас должен быть город, да, в котором человек живет и отдыхает, и ездит по объектам, осматривая, потому что ему там в наших большинстве городов там больше, чем 3 часа делать нечего осматривать. Да, он должен как бы посмотреть, вернуться, поиграть в гольф, походить, не знаю, чем еще заняться, это опять-таки вопрос проектирования. И так далее, да, там таких может быть много, таких типов может быть много, но мы их много и разработали, да. Понятно, да, там дальше возникает вопрос. Конечно, далеко не все существующие города могут выполнять эти конкретные функции. И, собственно, они обречены. Об этом тоже никто не хочет говорить. Но обречены. Да, и будут поддерживать. И дальше, да, вот вопрос. Олег Вадимович, на коду выходим. Все, да. Дальше, как я вижу, да, давайте, это не вопрос архитекторов, мне кажется, да, это как бы более общий вопрос, да. Признавать этого никто не хочет, что делать? Ну да, косметика, как тут прозвучало, да. Давайте сделаем вид, что проблем не существует. Да, давайте их замажем, значит, там, белилами, косметикой, расставим скамеечки, покажем избирателям, что у нас все отлично, что мы, власть о них заботится. Понимаете, из этого не надо делать никаких далеко идущих выводов. Это не строительство там чего-то будущего, да? Это не создание креативного класса и условий для развития. Это просто косметика там, от нежелания решать сложные проблемы. Кстати, могу ответить, я наблюдал это в городе Щелково, почему большая часть средств на благоустройство уходит на дворы. А вы видели, как предвыборная кампания в местный совет, ну, в местный органы происходят, да? Ходит кандидат по дворам и спрашивает, что вам, еще раз, она проходит во дворах, его спрашивают, он спрашивает, что вам надо, они говорят, нам вот, у нас тут дырка во дворе, он говорит, я вам ее залатаю, и потом, значит, когда их всех выбрали, они собираются, делят деньги, и вообще говоря, честно выполняют пожелания избирателей. Поэтому, Олег, да. Да. Это Олег я Владимирович. Видел, да. Спасибо большое. Спасибо. Да. Господа, ну, вроде естественным образом подходит к концу наша сегодняшняя дискуссия. Может быть, 2-3 вопроса из зала. Извините, Николай, не заметил, простите. Николай Лызов. Спасибо. Никита, а ты что-нибудь скажешь потом, чтобы я тогда... Да, хорошо. Я постараюсь быстро, да, Николай, не тратить времени, да, драгоценного. Ну, я сюда пришел, привлечен, конечно, бойким названием, вот этим обещанием батла и драки. Урбанизм versus градостроительство. Вот, ну, я как-то до сих пор, в общем, полагал, что это примерно вот то, как сказал Алексей Новиков, что это просто есть общая, большая общая наука урбанизм, куда градостроительство входит, в общем, естественно, таким блоком, да, частью. Вот, а все это гораздо больше и серьезней. Вот, но здесь, я, чтобы как бы долго не говорить, я просто хочу сказать, что у меня в дискуссии, пожалуй, вот внимание как-то привлекли 3 момента. Первое – это мысль, высказанная Максимом по поводу связи городских сообществ со свободной планировкой. И второе – это, наверное, то, о чем сказал Алексей, когда сказал, что нету ни людей, нету ни ресурсов, и практически нету заказчика, непонятно для кого все это делается. И третье, наверное, совет читать старые книжки, да, Блинкина. Вот мне кажется, когда свяжешь все эти 3 штуки, тогда вроде выстраивается такая простая вещь. Ну вот первое, да, конечно, единственным заказчиком, единственным актором, на которого надо смотреть, и как бы вообще нету конфликта, который надо решать. Есть городское сообщество, которое должно себя создавать таковым, и, собственно, оно и является единственным легитимным заказчиком. Значит, ставить там власть в количестве субъектов, с которыми надо договариваться, вообще, мне кажется, нонсенсом и бессмысленностью. В чем тогда суть власти вообще? Что, какие такие могут быть у власти интересы, которые как бы не являются интересами городского сообщества? И третье, собственно, ставить на одну тоже полку бизнес, застройщика и городское сообщество, поскольку, мне кажется, здесь тоже, в общем, ясно совершенно, что в этой триаде тоже есть главный и есть все остальное подчиненное. Но вот когда мы смотрим, как происходит там, ну, то, что, скажем, странным образом называется у нас реновацией, ею не являясь, да? Когда, в общем, вся эта работа идет на разрушение городского сообщества, и там как бы видно только два интереса. Один коммерческий, а другой, если он есть политический, то он как бы как раз в том, чтобы еще раз взболтать наше общество, перемешать и вообще лишить, разорвать все зарождающиеся связи. Потому что, ну, вот я как бы помню, что в пятиэтажках, да, я их помню там с детства, там в подъезде все знали всех. И знали жителей соседней пятиэтажки, и это уже было. Другое дело, что в советское время никакие сообщества вообще не могли развиваться, и это, но как только как бы поменялась экономическая и политическая модель, они тут же стали организовываться. Вот, поэтому мне кажется, что, в общем, здесь у нас все время идет путаница в приоритетах. Я прошу прощения, Максим, вот тоже вот в этой триаде польза, прочность, красота. Все-таки я не знаю, как благозвучнее, но по-русски для меня как бы иначе не складывается. Все-таки польза сначала, потом прочность и потом уже третья красота. Ради... Какой первоисточник, я уж прошу прощения. Не было бы пользы и не нужна была бы прочность. Ну как бы так, да, вроде получается. Ну мы, пусть мы сделаем хижину, но для того, чтобы жить, да, для начала, а уже потом... все остальное. И вот мне кажется, что в нашей дискуссии просто в конечном итоге нужно... Потому что, понимаете, вот всякий специалист подобен флюсу, да, тоже там из старых книжек. И, в общем, есть некое высокомерие профессионального сообщества, которое, в общем, становится таким, ну, в одну сторону высокомерием, в другую сторону рыболепством. И, в общем, вот здесь вот как бы теряется всякая основа авторитета. И, в общем... опять происходит какое-то логическое нарушение логической цепочки. Вот мне кажется, что все дело вот в этой логике развития. И все-таки сначала интересы городского сообщества, а уже потом косметика, тротуар, благоустройство. Это все имеет четкую совершенно последовательность. И пока нет городского сообщества, никакой красоты, это действительно все будет косметика и, в общем, украшение трупа. Извините. Хорошо, Никит. Да, да. Да, спасибо. Никита Токарев, директор «Марш». Ну, уважаемые коллеги, я думаю, что меньше, чем кто бы то ни было, могу добавить к дискуссии. Вот, я хочу, да, тоже поддержать Алексея Новикова. Мне кажется, тут действительно нет противоречия между градостроительством и урбанистикой, потому что я согласен, мне кажется, это международно, как сказать, принятое понимание этого слова. Действительно, градостроительство, как верно сказал, значит, Максим Перов, это планировка и застройка. Урбанистика гораздо более широкая область. Даже не одна наука, а много наук, которые включают и экономику, и социологию города, и, значит, географию. Ну, не буду перечислять всего. Вот, это действительно не вполне проектная деятельность, а деятельность научная, исследовательская. И в этом, как сказать, определении в России, наверное, она еще даже не родилась. И в мире-то, наверное, только рождается. Вот, и тот факт, что название урбанистики как-то приросло действительно к работам по благоустройству территории в Москве и других городах, это, мне кажется, такая случайность чисто российская. Ну, так просто случилось, да, это, как сказать, не от сути явления, да, а от случайного сближения, значит, сближения слов в устах журналистов, политиков и людей, которые не знают ни того, ни другого. Вот, да, и, значит, спасибо Тимуру, что, да, вспомнил про urban design, городской дизайн, который, собственно, и является вот тем, что происходит с моей улицей. Да, дизайн общественных пространств. Ну, тоже как некоторая отрасль проектирования, просто в меньшем масштабе, чем планировка, не в масштабе там 5000-ном или 10-тысячном, а в масштабе 500-м. Тоже вполне себе почтенная, проектная, архитектурная работа, вот, которая, слава богу, у нас появилась, значит, поскольку никогда в советской стране такой, значит, отрасли, ну, фактически и не было. Вот, так что противоречия здесь нет. Вот, появится ли урбанистика? Ну, даст Бог, постепенно сложится, поскольку чем больше народа живет в городах, да, тем больше любая экономика становится экономикой городов, любая социология становится социологией городов, поскольку вне городов уже почти никого и не остается. Значит, все, что мы говорим, все, что мы делаем, оказывается внутри города. Вот, соответственно, урбанистика может стать главной вообще дисциплиной. Вот, спасибо. Спасибо большое. Секундочку, Илья Мукасей, планар. Спасибо. У меня небольшой то ли вопрос, да, небольшой то ли вопрос, то ли комментарий. Значит, я, к сожалению, немного опоздал, слышал не всех, но вот всех, кого я за столом слышал, сидящих, и, по-моему, почти всех, кто рядом со мной тут, значит, у всех свое толкование слова «урбанистика» и даже слово «градостроительство». То есть я согласен, что есть международные определения, принятые в других странах, но мы просто вот по этому срезу весьма уважаемых специалистов видим, что в России термин «урбанистика» я так же, как «урбанист», урбан дизайн и вообще все эти вот с корнем урбанус, значит, слова, они не устоялись. И вот мне казалось, что интереснее намного было слушать, когда вот очередной выступающий переставал употреблять эти однокоренные слова и переходил к сути дела, к сути своей позиции. Поэтому вот, я не знаю, это вопрос или комментарий, но, может быть, просто отказаться от этих ярлыков и сразу, как бы, выступая на подобной дискуссии, переходить к сути дела. Не говорить там «я урбанист», «я градостроитель», там, или «он градостроитель», вот «градостроители это», а сразу говорить, что вот там такие-то люди занимаются тем-то, и все. То есть все это, понятно, связано с проблемами городов, так или иначе, в разных масштабах, ну и давайте их решать. Спасибо большое. Спасибо. Александр Шарыгин. Можно я отреагирую? Мне кажется, да, это очень важный вопрос. И, конечно, да, все держится на полутонах и нюансах, и так как бы вот просто разрубить это невозможно, и даже вот, наверное, ни в коем случае не нужно, но вот есть некие такие вот заходы, когда понимаешь, в чем реально разница состоит. Например, можно задать такой вопрос: может ли градостроительство быть авторским? Да? То есть вот там, авторский город. Ну, в какой-то степени может, да, а урбанистика нет. Урбанистика авторская быть не может, она действительно, вот как сказал Никита, она держится на исследованиях, на попытке создать некий объективный образ и так далее. То есть урбанистика никоим образом не авторская. Нет, но градостроительство тоже держится на исследованиях, это комплексная наука. Конечно, но там больше авторства. Да? Ну, конечно. Но понимаете, наше дело артельное в любом случае, в большей или в меньшей степени. Конечно. И, да. Ну, да. Саш, я скажу. Да, я бы хотел вернуться все-таки к тому, что сказал Кирилл в начале, в самом. Мы когда готовили это мероприятие, мы, естественно, обратились к классике. И термин Александра Аркадьевича Высоковского о том, что урбанистика – это управление пространственным развитием, ну, мне кажется, мы как-то за сегодняшний наш разговор как-то все согласились с тем, что урбанистика – это общая рамка для всей деятельности, связанная с развитием территории, пространственным развитием в целом. И если мы эту деятельность попробуем разделить на 4 таких этажа, то первым верхним этажом можно назвать расселение, то есть работа на макроуровне с системами расселения. Дальше городское планирование, территориальное планирование, ну и то, что вот градостроительным кодексом называется как градостроительство. Дальше у нас благоустройство, то есть уже тоже работа на больших масштабах, но в человеческом измерении. И объемное проектирование, архитектура, то, что, ну, как бы мы видим в виде зданий и сооружений. Вот. И, соответственно, понятно, что 3 последних пункта – это достаточно технологизированная деятельность, понятная и, в принципе, транслируемая, в том числе из Запада. Вот когда Максим Вениаминович говорил, да, что многое у нас переносится из зарубежного опыта, но у нас не все переносится из зарубежного, понятно, но вот эти вещи, они технологичные, поэтому мы можем перевести западную литературу на русский язык, внедрить какие-то практики зарубежные у нас, а в верхнем этаже, в том, что касается расселения, это непосредственно наша, как бы, внутристрановая деятельность, которая раньше, в советское время, безусловно, относилась к компетенции градостроителей, тех самых, у которых… Относилась к компетенции НКВД, уже извини, пожалуйста. А? Компетенция НКВД это относится. Ну да, да, я говорю градостроителей с допуском, да, вот как раз, да, настоящих градостроителей. Вот. А с переходом к рыночной экономике эта ниша пропала вообще. И последние 15 лет мы вот слышим все разговоры про агломерации и так далее, но, так сказать, ничего сделать в этой области не можем, потому что, ну, понятно, да, что деятельность в макроуровне, она пропала и, по сути, никак не проработана. И на самом деле, вот Григорий Исакович когда говорил про градостроителей, вопрос в том, что советское градостроительство, вот это вот, оно ушло. Но на вот место в этой нише в рыночной экономике не пришло ничего. И в этом смысле спор ваш с градостроителями прошлого. А задача перестройки наших городов, вот только раз, о чем говорил Максим Вениаминович, что наше советское наследие рушится, и мы нуждаемся в перестройке, реновации и реструктуризации наших городов, и не только городов, но и вообще в целом системы расселения, потому что как раз-таки те города, которые построены были в рамках советской индустриализации, их функция в экономике исчезла, и непонятно, что с ними делать. Вот эта ниша, она как-то вообще просела. И на самом деле я считаю, что... Госплана тоже нет, знаете. А? Госплана тоже нет. Да, да, так, безусловно. В общем-то, как бы, может, это не случайно? Нет, это понятно, что госплана нет, и действительно на это место того субъекта, который мог бы решать эти задачи, нету никого, и, соответственно, проблема, что профессиональное сообщество, если как-то заботится о решении этой проблемы, то, безусловно, должно находить какой-то инструментарий для того, чтобы это, с этим можно было работать. Ну и, соответственно, как бы урбанистика в целом, если мы возвращаемся к термину как управление пространственным развитием, должна этот этаж тоже собой как-то заполнить. Вот. И, соответственно, междисциплинарность общения, к чему мы сегодня позвали специалистов из самых разных областей, потому что создать какой-то язык, на котором все профессионалы в разных профессиях могут договариваться, вот это, я считаю, что ключевая задача для того, чтобы как-то подходить к решению этой проблемы в условиях, когда госплана у нас нет. И чтобы мы могли хотя бы... А? Да, госплана нет, но вы держитесь. Вот. Ну, спасибо, в принципе, большое. Да. Микрофон... Да. Елена Леонидовна Косаренкова. Добрый вечер, уважаемые. Национальное агентство по архитектуре и градостроительству. Да, добрый вечер, уважаемый президиум, добрый вечер, уважаемые участники. Мы не президиум. У нас нет госплана. Вы что? Ну, госплана нет, но хотя бы президиум как что-то совершенно замечательное. От того времени все-таки пусть у нас будет. Я тоже хочу сделать признание, как мной глубоко уважаемый Григорий Ревзин. Я не градостроитель, я не архитектор, я алгебраический тополог. И поэтому с точки зрения алгебраического тополога, в чем большая сейчас проблема? В том, что нет актуальной той математической модели как аппарата, именно экспертной математической системы, которая бы уже функционировала как та логарифмическая линейка в свое время, которая бы помогала развитию градостроительства и создания именно тех проектов, которые были бы наиболее оптимальны. Это раз. Вот этого не существует. Вот как вы правильно сказали, надо действительно сейчас разделить градостроителей, урбанистов и дизайнеров городской среды. Разделить эти сферы, разделить зоны ответственности и установить те точки соприкосновения, когда одна информация из одного блока будет передаваться в другой в соответствии уже с теми форматами, которые будут удобоваримыми и приемлемы для всех, в данном случае, профессионалов, учитывая и власть, учитывая бизнес, учитывая финансы, городское население. Дальше. Городское население. Значит, мы получаем в результате... Что-то такое... Нет, нет, я очень рад, что нас разделят в очередной раз. Как городское население, одновременно как профессионалов. Так вот, дело все в том, что надо объединить и профессионалов, и население. Потому что, как правило, на публичных слушаниях и общественных обсуждениях профессионалы, архитекторы просто-напросто игнорируют эти процессы, не принимают участие. Хотя они должны быть, простите, пожалуйста, закоперщиками всех решений. Поэтому... Вот чем я занимаюсь, это формированием института общественных уполномоченных по градостроительной деятельности. И ни в коей мере нельзя допускать население как таковое для принятия каких-то решений. Никаких голосований. Потому что решать это должны только профессионалы. Вот. Но это целая система, о которой я пока не буду долго говорить. Вот. И что хотелось бы еще сказать, что нынешнее градостроительство еще надо смотреть далеко вперед, даже недалеко, совсем близко вперед, потому что сейчас меняется у нас система рабочих мест, у нас и появляется большое количество, кто работает просто на дому, у нас появляются коворкинги, коливинги. И вот эта вот система в дальнейшем, вся информатизация общества, она повлияет на градостроительство как таковое. И будущее градостроительство, оно должно наверняка все-таки учитывать, как говорится, прогнозы футуристов. Вот. А поэтому я очень рада, большое спасибо, что у меня есть возможность обратиться к вам и здесь присутствовать. Спасибо большое, Елена Леонидовна. Коллеги, вопросы из зала будут? Александр Виноградов, «Ненецкая экономика», старший аналитик. Собственно, буду кратко. У меня на самом деле не вопрос, хотелось бы добавить одно небольшое суждение. Олег Вадимович сказал о монокультурно-рентной модели, о городах, о лакировке, косметологии городов, о новых типах городов. Хотелось бы к этому добавить, что по большому счету с точки зрения экономики возможны новые города. Я не говорю о старых городах. Наша система расселения в стране крайне ригидна, и работать с ней довольно сложно и дорого. Мне очень понравился пример с городом 50 тысяч, 7 миллиардов значит, денег просто на то, чтобы сделать свет и эти самые тротуары. По большому счету все новые города должны рассматриваться как процессы, которые имеют начало, имеют трансформацию, обусловленную имеющейся, собственно говоря, экономической модели. И вполне может оказаться, что имеет и тот или иной конец, если окажется, что данный город уже не нужен. И ничего страшного в этом с моей экономической точки зрения нету. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, у нас есть время на буквально там 2-3 вопроса. Есть такая желание? Вот, я так понимаю... В заднем ряду была рука. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как вы считаете, можем ли мы спроектировать город? Почему? Вопрос поясню. Я один из тех людей, которые непосредственно сейчас проектируют, участвуют в реновации. Вот. И вижу вот та тема, да, градостроительства и урбанистики. Мы-то занимаемся, по моему ощущению, градостроительством. Урбанистикой, по моему же ощущению, сейчас не занимается никто, потому что у нас возникает масса вопросов, на которые никто не знает ответ. Экономисты, у них есть определенное видение, но конкретных ответов нет, потому что они в процессе работы. Проектировщики, у которых миллион коллизий и вопросов, и ответов нет. Так в чем вопрос? Можем ли мы спроектировать город? А к кому? К тому, кто считает, что можем. И, собственно, более того, мы как проектировщики понимаем, ну, мое мнение, например, да, что урбанизм для нас становится как той самой черной материи, о которой мы должны думать, хотя с нас ее никто не спрашивает. То есть с нас требуется градостроительство, притом в очень урезанном формате, реально несовременном. И когда мы хотим сделать нечто большее, что-то современное, нас бьют по рукам, потому что фонд реновации, Москомархитектура, у них свои задачи, очень узкие. У каждого у каждой чиновничьей ступени свои конкретные задачи. И это превращается в такое обкатывание гальки, когда какая-то тема обкатывается, обкатывается, превращаясь в итоге в шарик. Ну, простите, пожалуйста, прежде чем кто-то ответит, я так чувствую, кто-то ответит. Я бы хотел сказать простую такую методологическую вещь, что, понимаете, должен быть смысл собственного существования. И если вы попали в вот эту кармическую, как бы, такое вот состояние обкатывания гальки, то вот надо самому найти выход из этого. Понимаете? Это никто не поможет. А для этого есть прекрасная литература, в частности, трехтомник Высоковского. И тогда черная материя, связанная с урбанистикой, вот для меня, во всяком случае, открылась совершенно новыми дневными красками. И, в общем, вот и я рекомендую. Ну или урбанистика Глазачева. Да, урбанистика Глазачева, безусловно. Да, пожалуйста, кто ответит на вопрос? Смотрите, город спроектировать нельзя. Это непрерывный процесс. А вот рамку задать на какой-то временной период можно. Да, модельную рамку проектирования. Понятное дело. Хорошо. Вот, коллега. Да, у вас микрофон в руках, вам слово. Ну, на самом деле, молодой человек, по сути, опередил меня со своим вопросом. Я тоже хотел задать вопрос по поводу реновации, то, как вообще возможно о ней что-то говорить и как-то в нее верить, если она следует тем же ГОСТам и СНИПам, которые нам ставят градостроительство. Вот, но в какой-то мере вопрос закрыли. Это ладно. Что, религия разве? В нее надо верить? А почему нет? Ну, да, в России можно только верить, да, это понятно. Вот на этот вопрос я отвечу. Вот сидит молодой человек, который знает, кто такой Валерий Федорович Бобков. Вот великий русский инженер Валерий Федорович Бобков, у него замечательно была фраза, обращенная к студентам, аспирантам. Господа, он старомодный был человек, вы должны работать по СНИПам, но думать правильно. Он понимал, что СНИПы хреновые, это же глубокие советские времена, но думать правильно, ничего другого, ничего другого. Ну, то есть вот… То есть возможность в рамках СНИПа работать так, чтобы это все-таки как-то подписывалось под постулаты урбанистики, можно, да? Знаете, вот смотрите, у Глазачева было потрясающее свойство. Он достаточно гибко разговаривал с властью, но всегда знал грань, за которую отступать нельзя. А вот это вот очень важный элемент. В нашей практике ну, порядочные профессионалы, да, когда понимают, что дальше уже грань, за которую отступать нельзя, уходят с этой работы. Ищет другое место работы. Все, все просто. Хорошо, вот. Коллеги, есть еще вопросы? Или мы будем итожить? Да, спасибо большое. Спасибо большое всем. Спасибо уважаемым спикерам. Сегодня мы, мне кажется, вот в первый раз в таком составе сумели ну, как прояснить позиции, как-то, знаете, вот навести фокус, описать то, что происходит каким-то очень, ну, мне кажется, новым языком. И вот это пространство, которое мы начинаем описывать, вот Андрей Леонидович Гнездилов дал мне в свое время книжку почитать Андрея Балдина. Вот у него вот специальная есть такая тема о том, как вот, ну это и в русской литературе, и потом в жизни происходило, как вот описывали, то есть вот когда появилось нечто новое, его Карамзин, скажем, описал новые явления, а потом это вошло в жизнь. И вот мы этим и занимаемся. Мне кажется, это очень достойно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.